Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Bihari Shri Hari Nam Sankirtan Yagya Ki Shila Prabhupada Ki Gaur Premananda Hari Hari Bol Гаурангу. Каждый со своей музыкой приходит. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо вам, что вы дошли в жаркий день. Давайте вознесем молитву Шриле Прабхупаде, нашей Панчататве. Намам Вишну Падая, Кришна Приштая Бхутале, Шримате Бхактивиданта Свами Ити Намине, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пащатя Деша Тарине. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвейта Гададхара, Шри Васади, Гоуру Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы продолжаем читать сегодня 19 главу книги Шрилы Джагадананды Пандита «Према Виварта». А мы читаем текст 83-й. Раздел называется «От этих оскорблений можно избавиться по милости святого имени». Эти пять оскорблений берут начало в дремучем невежестве, и их нужно старательно избегать. Только после этого начинающий преданный может привлечь милость Господа и его святое имя, которые помогут ему на духовном пути. Очень важный текст, что мы должны стремиться привлечь милость Господа и Его святое имя, которые могут, помогут Ему на нашем пути, помогут нам на нашем пути. То есть не своими усилиями мы очищаем свое сердце, а по милости, которую мы привлекаем. И вся наша молитва, она заключается в том, чтобы соприкоснуться с кем-то, кто
на самом деле очистит наше сердце. Читодарпана Марджанам, Харинам Санкиртана. Это не мы очищаем свои сердца в этот век Кали. Это Харинам Аватар, Личность Бога. Он очищает наше сердце, и нам нужно привлечь его в свое сердце. То есть он может прийти, может не прийти. Да. И как он не придет? Почему может не прийти? Потому что есть оскорбления, которые, если мы совершаем в дремучем невежестве, то мы его отталкиваем. Не привлекаем, а отталкиваем. Оскорбляем, когда мы же не хотим общаться. Правильно? Бахир мук, отвернувший лицо свое. И поэтому, если старательно избегать эти оскорбления, тогда получится привлечь милость Господа и Его святое имя. Святое имя не отлично от Господа. Поэтому, привлекая святое имя, Шуданаму, чистое имя, мы привлекаем самого Господа, и тогда они помогут нам на нашем духовном пути. Следующий раздел. Вся благочестивая деятельность материальна. Текст 85. Писание, говорящее о системе варнашрамы и религиозных правилах, иногда рекомендует мирскую деятельность. Пост новолуния и полнолуния относятся к гуне невежества. Это вот указание раздела кармаканды. Варнашрамы, религиозные правила. Принятие саньясы, отшельничество, ежедневные ритуальные жертвоприношения и различные формы практики йоги могут считаться благоприятными, но фактически они не духовные. Вот здесь мы как раз читаем, дорогие преданные, очень хорошие вещи мы читаем, да? Посты, полнолуние, новолуние, писание, говорящее о системе варнашрама и религиозных правилах, саньяса, отшельничество, ежедневные ритуальные жертвоприношения, даже практика йоги различной могут считаться благоприятными, но они не духовные. Когда Кришна говорит в 18 главе Бхагавад-гиты «Сарва-дхарман паритеджа», он говорит: «Оставь все религии», вот об этих религиях речь, о дхарме. О дхарме, которая описана в разделе кармаканды. Это то, что считается в Индии святым для всех индусов. Это мы немножко поздно с этим ознакомились, а дети здесь, в Индии, с детства они слушают истории, множество историй ведических. Все они учат вот этим аскезам, этим постам, этим покаянием, этим жертвам, отречению и так далее. Поэтому то, что мы сейчас читаем, то, что Махапрабху говорит, это очень-очень... Не все с этим согласны в Индии, чтобы отказаться от этой дхармы всей. Но они не духовны, потому что они могут относиться к гуне невежества, если они не приводят к Кришне. Они оставляют людей в гунах материальной природы. По сути дела, все эти виды деятельности предназначены для того, чтобы помочь достичь высшей цели. Но если у практикующего их отсутствует стремление прийти к высшей цели, к Кришне, тогда эта же самая деятельность становится мирской. Следующий раздел. Шинама Упая Упея. Воспевание – это цель и средство. Текст 89. С другой стороны, чистое воспевание святого имени, совершенная и трансцендентная деятельность, не имеющая ничего общего со всеми вышеупомянутыми формами деятельности. На уровне практики или саданы святое имя – это единственное средство упая для достижения высшей абсолютной цели Кришны. Но когда совершенство в воспевании достигается путем упаи или упеи, чистого воспевания святого имени, тогда само воспевание становится необходимой потребностью садьи.
नाम किंतु अप्रकृत चिन्मय व्यापार साधन उपाय तत्व सदे उपेय सर. Святое имя, оно нам помогает достичь чего-то, а когда мы этого достигаем, мы понимаем, что мы достигли Кришны, который не отличен от Святого имени, то есть мы достигли Его же. То есть Он и садана, и садья для нас. Текст 90. Поэтому и Святое имя, и путь воспевания трансцендентны, полностью духовны и непостижимы путем кармических материальных методов. Следующий раздел называется «Карма гьяна саганама тулья наги». Не приравнивайте воспевание Святого имени к методам кармы и гьяны. Текст 91. Следовательно, считать воспевание Святого имени Кришны равносильным накоплению материального знания, кармической деятельности и другим подобным мирским средствам – это серьезное оскорбление или нама-апарадха. Если у преданных какие-то вопросы возникают именно по шлокам, которые мы читаем, пожалуйста, их задавайте, у нас где-то есть микрофон. А так я буду читать, пока не будет вопросов. Следующий раздел. Авишваси джаны нама упадеша. Давать наставление о воспевании Святого имени неверующему. Еще одна нама-апарадха – это наставлять тех, кто вследствие недостатка благочестия не смогли развить веры в Святое имя. Как мы помним, несколько причин может быть для того, почему это нама-апарадха является. Потому что если мы сокровенную славу Святого имени неверующим открываем, они в этот момент, если они не обладают верой, а мы им говорим какие-то очень сокровенные вещи, выходящие за рамки их доверия к Святому имени или к преданным, они начнут, как сказать правильно, сомневаться открыто. Они будут выражать свое сомнение и будут спорить, и тем самым оскорблять Святое имя, либо они будут оскорблять нашу веру, потому что если мы с кем-то очень долго и упорно спорим, а он пытается это все пытается нас переубедить, если так долго-долго провести, то потом сам возвращаешься к Святому имени, к молитве, и чувствуешь, что тебе нужно срочно к вайшнавам, к гуру на лечение, потому что самого вера пропала. Можно потерять веру. Можно либо подорвать веру в неверующем, ту, которая была даже, если навязывать ему слишком сокровенную славу. И можно свою веру подорвать. Это очень опасно, поэтому всегда нужно учитывать уровень слушателя в беседах о сокровенной славе Святого имени. И также нужно понимать, насколько у нас сильна наша вера, насколько мы можем переварить яд и остаться при этом здоровыми, насколько у нас иммунная система сильна. Поэтому рекомендуется всегда преданным проповедовать только то, что сам пережил глубоко. Какую-то эмоцию, которая только-только наклевывается, только-только пришла, только-только почувствовал, что вот он путь. Ее нужно пережить сначала много раз, глубоко, чтобы она стала реализованной, вигьяной. И только тогда можно уже кому-то делиться с этим. И если они не верят в это, то просто не будешь время тратить. Вернешься к наслаждению намбаджаной. Но если сам еще только-только подумал, а может быть, Святое имя вот настолько могущественное, побежал всем рассказывать, и все сказали, нет, не такое оно, преувеличил ты славу Святого имени, не работает это, я пробовал много раз, и так далее, и так далее, и так далее. Потом придешь сам и уже чувствуешь, что веры нет. А когда нет веры, невозможно призвать его как личность. А если он не придет как личность, он не будет очищать наше сердце тогда, и мы себе создадим большие проблемы, поэтому нужно быть очень осторожными
Это нам апарадха наставлять тех, кто вследствие недостатка благочестия не смогли развить веры в святое имя. Текст 93. А нужно микрофончик теперь взять. Духовных учителей или для нас обычных преданных, потому что все из нас были на Санкиртан, там встречаем, не можно сразу сделать какой же оценку и скажет, вот этот у него вера не будет, а вот мы и так раздаем. Никак не те надо, но чуть-чуть подобно, как не те надо, так на рынке. А это для кого? Я не могу понять, как. Потому что если у меня кто-то не убеждал, я здесь не бы был. Значит, кто-то сделал это. Я был неверующий. Я был, ну как, солдат Советского Союза, такой похожий. А Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, в принципе, вопрос о том, как не попасть под влияние вот этих неверующих людей, которые имеют недостаток веры, правильно? И это вопрос санги, общения. И в санге очень важно понимать, что когда мы раскрываем свое сердце кому-то, с кем-то близко общаемся, тогда мы перенимаем ценности этого человека. И если вы долго убеждить кого-то хотите, а он никак не убеждается, вы можете свою веру подорвать. Если вы распространяете святое имя на Санкиртане, когда Санкиртана идет по улицам, люди, которые не интересуются, они просто не присоединяются. Люди, которые интересуются, они присоединяются. То есть вы не навязываете сокровенную славу святого имени неверующим. Тут речь идет именно о сокровенной славе. То есть какие-то детали, которые очень тонкие, очень душевные, очень эзотерические, понимаете, которые вам нужны для внутреннего, вот, для внутренней веры, для медитации. Эти секреты славы святого имени на харинаме не раскрывают. Это если в Гамбиру, это если в дом. Помните, Шривасангам был дом, где Махапрабху, он отдельно с закрытыми дверями пел. Вот там, когда там появлялся кто-то, кто не соответствовал их уровню сознания, неверующий, а у них киртан был на очень высоком уровне, и он требовал полного взаимопонимания между участниками, полного открытия сердец, полного резонанса. Вот там, как только там появлялся кто-то, кто не соответствовал, даже в корзине теща сидела, Шриваса Такура, они чувствовали присутствие, что кто-то на данный момент сомневается. И они не могли пережить экстаза, не могли пережить этого резонанса совместного внутри этого маленькой группы, понимаете? В более узком кругу друзей очень важно, чтобы... Это как если вы рассказываете о вегетарианстве, и тут сидит какой-то мясоед, который конкретно против всего. Вы... И ест. И вы почувствуете, что все собрание испорченное. Потому что все будет, как бы, понимаете, ложка дегтя в бочке меда. То есть, когда мы идем на харинаму, мы не рассказываем людям чего-то сверхсокровенного, тайного, что нужно говорить, учитывая уровень слушателя. Там просто святое имя, как звук, льется, и оно живое. Это аватар. Он делает с сердцами людей, даже животные, даже растения получают благо. И если там кто-то не хочет, вы просто мимо проходите, вообще не задерживаете, даже не знаете, у кого недостаток веры. А когда книги распространяются, тогда нужно убеждать, тогда нужны какие-то доказательства. Вот к нам часто приезжал Навина Нирада Прабху в Москву, Харинамананда Прабху.
И они нас учили распространению книг перед марафонами они, и после марафонов. Они прям так и говорили, если ты видишь, что человек не интересуется, не трать время зря, потому что ты сейчас будешь его убеждать, он уйдет, у тебя настроение закончится, лучше сразу потратить всю эту энергию на другого человека, который хочет взять книги. И в этом секрет. Я помню на Санкиртане в Москве, на улицах, если с кем-то ввяжешься в очень долгий разговор, а у человека там внутри куча сомнений, и он вообще не собирается брать книги, но он как бы готов поговорить, а ты хочешь вот его убедить в чем-то, весь день будет испорчен. Это соприкосновение с его вот этими сомнениями. Вежливо лучше сказать, вот возьмите книги, вот интересные книги про Бога и так далее, про реинкарнацию, про карму, про медитацию. Мы тогда так просто говорили и картинки показывали. Если человек интересовался, можно продолжать рассказывать ему. Как только он взял книги, нужно дать ему визитку, пригласить его на воскресную программу, но не проводить там воскресную программу, а дальше. Один раз я помню, возле какого-то супермаркета машина дорогая была, джип какой-то, и там был, сидел какой-то очень молодой, очень богатый бизнесмен такой, успешный, видно было и по машине, и по одежде. И я к нему подошел, и он явно искал вот что-то такое. Потому что как только ему сказал, что здесь про йогу, про медитацию, он мгновенно отреагировал, мгновенно сказал, я это давно искал, прямо сразу, знаете. И вот я почувствовал, что вот он, ему это все нужно. Я ему начал показывать книги одну за другой, вот со стопки. Он прямо чувствовал, видел, что это как раз это ему нужно. Он складывал рядом на сиденье. Сиденье было его девушки, которая была в супермаркете, а я ее не видел, пока она должна была вернуться. И вот ее место спереди было занято книгами, там все вот штук 12 книг, сколько у меня было в руках разных. И он так заинтересовался, и прям видно было, что все, что ему скажешь, оно на пользу. Он спрашивал нас, я думал, вот мы йогой занимаемся, сейчас сам расскажу. Он говорит, а вы как это делаете? Я говорю, мы встаем рано утром. Во сколько, говорит, встаете? Я говорю, ну вот в 4 встаем, 4:30 у нас утренняя молитва. Он говорит, а я еще раньше встаю для бизнеса, для работы. Я думаю, надо что-то такое сказать, чего он точно не делает. Я ему говорю, а мы вот едим там, вегетарианцы мы, едим там два раза в день только. Он говорит, я вообще один раз в день ем, столько работы. И он, видно, что человек ради кармы, ради вот, ну, благосостояния так тяжело трудится, спит очень мало, ест очень мало, в основном работает. И он все эти книги так заинтересовался, так хотел. И потом выходит его девушка, знаете, такая вся лисичья, это, как это называется, хвост лиси, ну, то есть шубка такая, как там называется, уже не знаю, вся такая разодетая, с этими бумажными пакетиками из супермаркета идет. И он настолько заинтересовался сознанием Кришны, настолько вот он искал что-то, так долго нашел. Нет, она подошла, к машине, увидела, что ее сиденье занято какими-то книжками, и в приказном тоне, как обычно, вот, наверное, до этого она так с ним общалась, типа, убери это все отсюда. А он, для него это было что-то, что он так долго искал, много лет, он нашел это. И он ей так как-то резко ответил, я аж оторопел, потому что я почувствовал, что она оторопела, она никогда не ожидала от него, она думала, что она господин и учитель его во всем, она его наставник и путеводитель жизненный, она его надежда и мечта и все остальное. Тут он нашел себе что-то другое, и он ей просто грубо сказал что-то такое, типа там помалкивай там снаружи, стой, и она стоит с этими сумочками, а у него другая появилась, другое прибежище. Вот эту кучу книг он заплатил мне там раза в два больше, чем они стоили, и аккуратно их сложил. Она очень смиренно, очень молча села рядом, и они поехали. Вот. Когда человек есть интерес, нужно проявлять внимание, уважение к этой вере. Когда вера есть, ее нужно раздувать. Если веры нет, ты будешь что-то дуть, и закончатся все силы, и потом понимаешь, что бесполезно. Поэтому если у человека есть интерес к святому имени, нужно беседовать часами, чтобы потом повторять часами,
чтобы потом беседовать об опыте часами. Это очень важно. Это для чего человеческая форма жизни она предназначена. Если кто-то не интересуется, не тратить время зря, лучше найти тех, кто интересуется, и раздувать искры веры. Потому что вера позволяет соприкоснуться с ним. А если соприкасаешься с чем-то чистым, как Шрила Ниранджана с вами говорит, if you want to be pure, associate with that which is pure. Если хочешь быть чистым или очиститься, общайся с тем, что чисто. Все. Это элементарно. Поэтому нужно общаться со святым именем, с верой. Я еще одну историю расскажу про волшебство Санкиртана. Санкиртана в 90-х это было удивительное чудо. Мы же не знали ничего о Боге, кроме святого имени Шри Чайтанья Махапрабху. У нас книг-то было не так много. Вторая, третья песня только переводились. Читания Чаритамриты не было. И мы их не читали, те, которые были. Мы спали на Бхагаватам, потому что уставали, и выходили на улицу, потому что Шри Чайтанья Махапрабху был там. Мы верили, что Махапрабху там. Вот если хочешь почувствовать его лучше, больше, чем в алтарной, это там. Нужно взять книги, поехать на электричке, поехать на метро, выйти возле супермаркета или где-то в переходе подземном или по квартирам и начинать предаваться по полной, потому что ничего не продашь, если Махапрабху не вдохновит из сердца их и тебя тоже заодно. И я помню, что в один из дней, то есть знаете, когда ты веришь в себя, еще как-то пытаешься. Потом, когда уже на грабли наступишь несколько раз на свои, уже чувствуешь, что сам ничего не можешь, начинаешь предаваться Господу. А бывают дни, когда понимаешь, что сам ничего не можешь с самого начала. И вот у меня был такой волшебный день. Рахинь Сута Прабху приехал на колхозную, не на колхозную, на Сухарево, за городом, и давал лекцию. И в тот день я, по-моему, на ночь, что ли, съел много или поздно лег. Но, в общем, я проспал все утро. Стыдно и позорно я зашел в алтарную, сел на лекцию и ее проспал. И я проснулся один момент только, вот честное слово. Один, я к колонне прислонился там на задних рядах, и мне никто не... Я спал, я проснулся в таком тамасе, я слышу этот голос, Рахинь Сута Прабху говорит, что «А вот Харинам Нандана Прабху и Навина Нирада, они не просят Кришну, пожалуйста, помоги мне книги сегодня распространять. Они с утра ему говорят, сегодня ты должен распространить 300 книг». И выходят с этими книгами и несут за Кришну эти книги, и он их распространяет. И я опять заснул. И я пришел в себя, знаете, когда на Санкиртану ходишь каждый день, знаешь, что очень важна утренняя программа, вот сознание. Я понял, что в тот день вообще все будет испорчено полностью. Я уже готов был к аскезе. Я знал, что я ничего не смогу, никого вдохновить. И поэтому я с горя наелся на завтраке так, как не нужно было. И вот опухший весь, уставший, разбитый, я приехал в Москву, я помню, эта сумка, 24 книги у меня помещалась. Такие сумки с фанерным дном. Мы фанерку вырезали 8 мм или 6 мм, чтобы она не прогибалась. И тогда она такая ровная. Книги, когда заканчиваются, она все равно ровная, то есть они не мнутся. И эта вот сумка с деревянным дном на плече, полная книг. Я приехал в Москву, это 6 часов Санкиртаны, там где-то в 9 чем-то, в 10 чем-то, да, пока доберешься. Я вышел из метро и пошел куда-то, глаза глядят, и я просто, знаете, я знал точно, ну вообще сегодня ни одной книжки не купят. И я вспомнил единственную фразу, которую я услышал за все утро. Это вот что нужно... Они Кришне говорят, Навина Нирада говорит, что ты сегодня распространяй книги, я не буду. Я в жизни никогда Кришне таких вещей не говорил, потому что... Обычно смиренно просишь и долго просишь, и он чуть-чуть дает милости. А тут я чувствовал, что ну, просто бестолку мне сегодня вот, по Санкиртане ходить. И я просто ему сказал такую фразу. Я помню, что я сам, когда ее услышал, эту фразу, я аж испугался. Я подумал, ну вот это конец, наверное, моей духовной практики. Вот. Я помню, я прямо вот с бордюра спускаюсь, перехожу через дорогу. Это была самскара такая. Я вдруг слышу, как мой ум говорит, ну вслух. Сегодня Кришна сам распространяет эти книги, я не собираюсь.
И я подумал, вау, и опять попал в тамос свой. И пошел в какой-то дворик, знаете, такие вот в Москве старинные дома, там такие есть арки, туда въезд такой, и там маленькая парковочка. И вот я туда почему-то пошел, и там стоит какая-то одна всего машина. Я по машинам ходил. Волга. Волга стоит. Старая, длинная, белая Волга. И полностью забитая бабушками и дедушками. Древними. И не знаю почему. И я к ним подхожу, стучу в окошко. Эти бабульки опускают эти самые стекла. Древние какие-то. И я чувствую, что ну, бестолку. Вот без, таким людям... Зачем? А пенсионеры, они, у них глаза плохо видят, все, они так... Они начали... Что у тебя там, сынок, покажи? Я достаю книжки, и они их берут в руки и как-то так небрежно листают. Знаете, обложки разворачиваются. Я думаю, как все пошло вообще плохо. И я, они, а что у тебя еще есть? И я почему-то начал показывать, что книги-то разные. Вот, ну, по инерции, знаете. Они их берут и куда-то внутрь, в машину, куда-то друг дружку передают и почему-то складывают сзади, под заднее стекло вот это вот, сзади это, платформа за задним сиденьем. Я думаю, еще доставать оттуда сейчас надо. И я сейчас еще не досчитаюсь. Они говорят, а еще какая есть? Я говорю, такая есть, такая. Всю сумку вот так вот меня вытащили, ничего толком не развернули, ничего толком не посмотрели. Вообще я так расстроен был. Они начали, я думал, зачем это все нужно? Вообще непонятно. То есть я без всякого веры, без всякого, без отождествления, что я действующий на самом деле. То есть говорил им все это и думал, сейчас это все надо назад собрать и идти во свояси, свой день пройти тяжелый и вернуться виноватым лицом туда, в бухгалтерию, отчитаться, что ничего не продано. И потом они начали спрашивать, сколько они стоят. Я думаю, ну зачем им это надо знать? Зачем им нужно? Они вообще не понимают, что происходит, мое время тратят, зачем им еще цены называть? И я из чувства долга назвал цены. Они что-то начали считать, думаю, зачем им это надо? И как-то так все, знаете, закончилось тем, что они мне дали какую-то кучу денег, вот такую помятую. Все было как-то безобразно с самого начала до конца. И я думаю, Господи, ну как же они так помяли-то эти деньги? Я начал их считать. И я не понимал вообще, что происходит. В полном вот беспокойстве в этом. Я начал считать, они закрыли окна и уехали. И я посчитал, а там раза в полтора больше, чем за 23 книги, вот, которые они у меня выгребли. А там у меня было 24 книги обычно. И вот в этот момент до меня дошло. Я стою в этом пустом дворике, и пустая машина, то есть пустая сумка, первая же машина, к которой я обратился. То есть я должен был 6 часов ходить по всем и всем парковкам и светофорам, чтобы книг 8 продать, 10, 12 за день. И вот эту тяжелую сумку назад везти. Я смотрю, сумка пустая. Смотрю время, я так удивился, думаю, это странно. Смотрю на время, я только приехал. Смотрю внутрь этого сумки, там лежит «Жизнь происходит из жизни», одна последняя книжка. И тут до меня дошло, что вот это я Кришне сказал. Сказал, потому что на самом деле я не верил в себя вообще никак. Это последняя надежда была. Я ему просто сказал, а он решил сделать. Он решил сделать, он продал все книги сразу. И это было так удивительно. Вот. Когда Кришна действует через нас каким-то образом, мы не всегда поймем, как и зачем. Но он волшебник. И вот там, на Санкиртане, на улицах, мы встречались с Богом. Говорили с Богом, чувствовали Его присутствие всегда. И в этот день, последняя книга, то есть в этот день, в этом утром, я уже пошел на метро, потому что что мне делать? Жизни маленькая осталась, в мягкой обложке. Я иду такой счастливый, вот меня накрыло это счастье, и смотрю, стоит очень несчастный человек на обочине. Там же вот я из этого выхода вышел, пошел к метро, метров 100 прошел, стоит машина, обменный пункт долларовый, маленькое окошко вот в стенке здания, и стоит убитый горем человек. И я к нему подхожу, и только я к нему подхожу, пытаюсь даже книгу достать, он понял, что я что-то продаю. И он так, знаете, так отстанет меня, не до тебя сейчас, вот таким горем, знаете, с досадой.
И я так подумал, у меня куча времени на самом деле. И я сейчас попробую ему, не навязывая, без привязанности, вот, а просто рассказать про Кришну, может быть, возьмет книжку. Я ему говорю, ты знаешь, мне ничего не надо от тебя вообще. То есть, я это честно сказал, потому что уже ничего не надо было ни от кого в тот день. И я ему говорю, ну что-то у тебя случилось, ты можешь мне рассказать? И он смотрит на меня, у меня руки пустые, я ничего не продаю, сумка за спиной. И он как-то так раскрылся, говорит, ты знаешь, говорит, последние $100 были в семье, приехал поменять на рубли, и подошел человек, говорит, лучший курс предложу тебе вне окошка. А это запрещено на улице было раньше, ну и сейчас, наверное. Заманчиво, потому что курс лучше. И он говорит, я ему даю $100, и в этот момент выскакивает полицейский, милиционер в милицейской форме. И это видно, что у нас идет обмен валюты прямо на улице. И он начинает за ним бежать, а тот быстро отдает мне деньги и убегает. И вот он убегает, а за ним полицейский. Они оба убегают далеко-далеко куда-то за угол. И он, а он же перепуганный в этот момент, это же все эмоционально. И он говорит, смотрю в руку, а там доллар. А это все подстроено. Это два человека, один с лучшим курсом, а другой полицейский. И так они убегают с деньгами каждый раз. Вот. А тот, кто менял, он же чувствует себя виноватым, он прячет эти деньги. Ну, то есть он их не считает, не смотрит. И только потом понимает, что там доллар вместо 100. Цвет похожий, и в панике этого не поймешь. Я говорю, я так думаю, доллар-то у него есть? Но я подумал, но не сказал ему. И говорю, и что? И он говорит, я побежал за ними, догнал. Догнал того, который менял, а он уже деньги передал полицейскому, а полицейский в другую сторону. То есть у них это все хитро продумано. То есть я его догнал, денег у него нету. Я говорю, и что? Я говорю, он говорит, забрал паспорт у него. А, оказывается, был у человека паспорт зачем-то. И тот пообещал, что ему дороже будет стоить паспорт поменять. Пообещал, что я приду через там, час, жди, верну тебе твои $100, ты отдашь мне мой паспорт, извини, пожалуйста. Так получилось. И все, это вот история. Он говорит, вот это я жду. И паспорт он бросил нам на сиденье переднее своей машины, там паспорт чей-то лежал. И я ему говорю, ты знаешь, это ведь, ну, ты вообще не бери этого в голову. Ты знаешь о карме, о реинкарнации, ты вообще вечно живое существо. Что ты ему такое рассказал про то, что он душа, его успокоил, говорит, это урок там какой-то. Ты просто поверь в Бога, достал жизнь из жизни, начал ему рассказывать, показывать. Уже как-то так просто хотел человеку помочь, объяснил ему, что это приходит и уходит, как зима и лето, что-то такое, из Бхагавад-гиты рассказал. И он так заинтересовался, он как-то развеселел, кто-то с ним поговорил, он кому-то душу излил. И он говорит, я бы у тебя взял бы эту книжку, но у меня денег нету. Эх, жаль. А она стоила как раз доллар по тому курсу тогда. Я говорю, так у тебя же есть доллар. А он так задумался, говорит, точно, говорит, есть этот доллар, а вдруг? А мне же, говорит, отдать надо, говорит, точно он ему не нужен, ему паспорт нужен. Это тебе, я говорю, пожертвование от него, доллар. Я говорю, отдай мне этот свой доллар, я тебе даю книжку, и вообще все класс. И он говорит, а я не знаю, где он. Начал его искать, нашел его там, где коврик для ног, вот под сиденьем, достал его, и он был скомкан. Знаете, как дети, вот когда конфету съедают, скомкивают, обертку до такой степени, что не распознаешь. Я говорю, ну как ты этот доллар-то скомкал? А он говорит, ты знаешь, он у меня в руке был, когда я бежал за ним. Вот, я его бил долго. Это рукой. Спотела рука, и он там пропарился, этот доллар, и он превратился в эту бумажку от конфеты. И я его растягиваю, он назад так раз. Вот. Я подумал, ну как-то выровняю. Я говорю, ничего, да бери, я возьму этот доллар, какой есть. И вот этот человек, второй человек, к которому я обратился в тот день, то есть первая – это вот эта «Волга» была с дедушками, бабушками, и последняя книга, вторая Санкиртана, да, ушла вот таким вот образом. И я помню, что отходил от него, повернулся, смотрю, самый счастливый человек стоит на улице. Вот до этого был самый несчастный, а потом самый счастливый с жизни, у него надежда появилась. Ну, то, что он поймет что-то, найдет ответы на свои вопросы. И причина, по которой я это помню, потому что когда я пришел деньги сдавать вечером, не вечером, а когда вот в бухгалтерию каждый день, преданные не приняли этот доллар от меня. А я его растягиваю, он назад. Вот. И им пришлось всю эту историю рассказать вот за весь день. Там.
И они когда прослушали, они сказали, вот только из-за этого мы его будем гладить, принимаем мы тебя. Приняли доллар. Ну да, это из Санкиртаны. Я не знаю, почему мы отвлеклись, но вот такие дни были каждый день практически. Что-то было новое, что-то было удивительное на Санкиртане. Особенно на марафонах. То, что ты читаешь, оно самому себе случалось. Там никаких, там нет, не имело места для спекуляций, не имело места. Все так быстро и сразу, как рефлекс получалось. И когда человек... Спасибо большое. Это богатство. Я еще одну историю расскажу. Очень мистическую. Я ее... Можно, да, историю рассказать? Я жил в комнате с преданным, которого звали Апрамея Атма. Или Апрамея, как его, может быть? Крепкий такой, который вот где-то в Тайване. Апрамея. Без Атма его тоже, да? Да. Просто Апрамея, да. И он был известен тем, он первый придумал, он такой, как сказать, как новый русский, знаете, такое лицо у него такое. Он такой весь... Похоже на такого бизнесмена, которому все нипочем. То есть, он в аэропорты приезжал перед вылетом, как-то заходил вот в эти зоны, подходил к людям, которые уже на посадку там ждут, и с разгону он: «Привет, братан!» и здороваться. А у них рефлекс есть у этих вот людей, у бизнесменов. То есть они чувствуют, что какой-то старый друг, а я забыл, нельзя же, нужно пожать руку. Они пожимают: «Как дела? Ты как? А ты как? Куда летишь? Куда летишь?» То есть они чувствуют, что где-то мы знакомы, но где непонятно. Вот. И он входил таким образом в доверие, и он доставал: «Да сегодня вот мы у нас такие вот книги, вот, смотри, вот там чисто можешь какое-то пожертвование дать, там любое». А тот человек чувствует, что дружба, то есть, происходит. То есть что-то такое происходит удивительное, и он чувствует, что нужно как бы ответить взаимностью. А сколько? Он такую цену называл, Апрамея Прабху, огромную там какую-то. Знаете, за весь комплект коробки цветной такой. У нас BBT коробки делала, как конфетные. И они давали деньги. В общем, я чувствовал, что я так не умею. Я так не мог людям так конфликтами распространять книги. Я чувствовал, что я как-то стесняюсь. Я все время над этим думал. И пробовал, не получалось. Представляете, какая огромная Москва. Город. Ну, просто огромный город, да? И я с ним не ходил вдвоем на Санкиртану. Мы жили вместе в комнате. Это комнатки были в Сухарево. Четыре человека там живет. На ковриках мы коврики скручивали, коврики раскручивали. Пустая комната, без мебели, без ничего. Монашеская. Шкафчик один. И там по полочке на каждого. И там тхоти, курты и гамчи. И все. И четки. И вот мы так жили там на полу. И вот он в одну сторону едет по офисам, по ресторанам, по магазинам, по аэропортам, а я в другую сторону. И вот вечером возвращаюсь по эскалатору, я один, то есть отходил по своей территории, еду по эскалатору, выезжаю к этому Савеловскому вокзалу, на котором обычно электричку брали, ехали на станцию Катуар. То есть я поднимаюсь по эскалатору, там две линии одновременно едут вверх. Зима. Я в зимней одежде. Канхимал не видно. Тилоки, соответственно, нету. Шапка на мне вязаная. Это какая-то там это куртка, которую Видура Прабху нам выдал. Там бесплатно куртки пожертвовали. Вот. Я еду с сумкой. То есть просто как человек. Знаете, как вы помните, метро. Едут люди, все одинаковые. Все молча стоят. С другой стороны, с эскалатора, который поднимается, какой-то мужчина, очень-очень-очень странный. Такой живой такой, эмоциональный такой, как Апрамея примерно. Вот он, и он мне кричит. То есть, как люди никогда не общаются через эту вот, там же, там как бы я еду, потом еще какая-то дорожка, она пустая была, и он едет аж там. И он меня начинает звать оттуда: «Братан!» Как вот Апрамея к людям, так он ко мне: «Ты это самое... как там у тебя дела, что-то такое?» Начал со мной разговаривать, я чувствую как-то, знаете, стесняюсь. А он говорит: «Твой друг, это же твой друг, вы же с ним вместе, он сегодня к нам заходил». Я вообще вот в таком шоке, откуда вообще, о ком, я чувствую, да неужели, Апрамея, потому что я чувствую вот это настроение. И мы выезжаем, и он говорит: «Ну вы даете», а он, Апрамея, где-то за
десятки километров от меня в каком-то офисе им распространил несколько наборов в тот день. И они его, когда увидели, когда вот они соприкоснулись с этим преданным, они почувствовали во мне, этот человек во мне потом увидел через много часов, уже в конце рабочего дня, что я как-то связан с тем преданным, который им книги продал. Он вычислил это по какой-то, не знаю, мистической вообще. И он, мы выехали, он тут же говорит, покажи, как вы это делаете. Потому что там он чувствовал, что он там попал под гипноз, и их заставили книги взять. И он говорит, покажите, как вы это делаете. И представляете, вот весь диалог с самого начала вообще непонятно, на чем основан. То есть откуда человек знает, что я преданный? Я просто еду по эскалатору. В Москве там миллионы людей. Он не видит, меня видит выше пояса, потому что сумка моя, и на ней не нарисовано, что там книги где-то еще есть. И на мне, я не повторяю мантру, ничего, просто молча еду. И он говорит, покажите, как вы это делаете. Вот твой друг, вот он нам продал. Да ничего не было. И нет, это только начало. Мы выезжаем, и он выскакивает оттуда. Это мы еще не вышли с этой зоны, где вот турникеты. Там прям сразу дорожка эта заканчивается. Он хватает мужика рабочего, который куда-то домой ехал. Мужик просто с эскалатора. Хватает его, говорит, иди сюда, сейчас тут что-то будет. Ставит его передо мной. И мне говорит, прямо театр сразу разыгрывает. Мне говорит, давай, показывай. Как вы это делаете? Я чувствую, ну точно это Апрамея там что-то сделал с человеком. Он так открыл ему, наверное, третий глаз, что ли. А в Сухарево 145 человек живет. И откуда он знал, этот человек, что он меня не спрашивал, он одно утверждение за другим. Он просто знал, что мы вместе живем, он знал, что мы друзья, он знал, что мы такие вещи делаем. Он говорит, давай, делай. И я стою, мне нужно для него теперь, этому человеку, которого он выхватил с турникета, поставил и говорит, стой здесь, сейчас что-то будет. Мне нужно было для него книгу распространять, показывать. Я достаю книгу, знаете, какая-то мистика. Говорю этому человеку, вот тут про Бога, про карму, про реинкарнацию. Я в недоумении. Этот человек в недоумении. Все это происходит. И он не взял книгу, этот человек. Но мы пошли дальше. И он от меня не отстал, вот этот интересный джентльмен. Мы выходим, и он не знал, где наш храм, ничего не знал. То есть вообще ничего не знал. Откуда он знал, где наш храм? Он выходит, я говорю, мне на электричку, можно я пойду? Мне на электричку. А он говорит, а тебе туда, по Дмитровскому шоссе, то есть в ту сторону. Я говорю, да. Он говорит, а я тебе довезу. Он выходит, и там это широкая улица, там не знаю, сколько там этих полос автомобильных. Это огромное шоссе Дмитровское. Там мимо Савеловского вокзала это все, там 9 полос туда, 9 назад. То есть вот такая вот огромная. И он выходит, и мы идем, говорит, мы сейчас там машину возьмем. Я чувствую, что он, то есть как, знаете, как вот мистика какая-то. Как будто человек, он все знает, он все чувствует. Кто он, непонятно вообще, что за живое существо. Мы выходим на дорогу, на бордюр, и он начинает идти на середину этого шоссе, а там огромное количество машин, которые не по краю едут, а вот посередине. И он поднимает руку, и первая же машина начинает резко выворачивать, и вот к нему подъезжает. И он меня зовет, говорит, поехали. Открывается дверь, и этот человек, который там ехал внутри, он знает этого по имени. Понимаете? Друг подъехал. Ну как можно рассчитать траекторию вообще? То есть ты едешь по эскалатору и знаешь, что все секунда в секунду совпадет, что где-то какой-то друг, который едет туда, по Дмитровскому шоссе, и вот я сажусь в эту машину, я вообще не понимаю, как я попал в это все. Сажусь в эту машину, и они меня начинают допрашивать, везут меня, значит, по Дмитровскому шоссе, это 42-й километр, это наш храм, там еще пешком. И они меня оба начинают, и вдруг все меняется, вся атмосфера меняется. Они смотрят на меня и говорят, а что, если мы тебя сейчас все заберем? И книги, и деньги вообще, что у тебя там есть, показывай. И я понимаю, что это вообще не поддается объяснению с точки зрения логики. Его способность там на эскалаторе, увидев меня, случайно понять, что я преданный из Хари Кришна храма, что живу я вместе с Апрамеей, и что он делает вот таким-то образом с людьми, так вот он устраивает там свою санкиртану, и все это машина, и его способность к
коммуникабельности такая, знаете, которая нечеловеческая. Люди просто как овощи ходят по Москве, они не вступают во взаимоотношения друг с другом. Вот так с полоборота, и все получается, и все на параматме, и все им известно наперед, и все мистически случается. И они не выходят на середину шоссе, не махают рукой, не ловят машину, где их товарищ едет, который уже знал, что он его подберет, что-то такое. И я сижу, они оба на меня везут меня, и я чувствую, что это какие-то, ну то есть, знаете, вот иногда такое было ощущение, что за нами следят полубоги, и они все это устраивают, все, они все, они нас проверяют, смотрят за нами, и им интересно вообще, как это здесь вот в Кали-Югу, что происходит. И они меня везут и начали мне говорить, что вот мы, например, бабушек кормим в церквях, они мне начали рассказывать, оба, мы деньги жертвуем, а вы что делаете? Вот что вы делаете? Я начал оправдываться, начал говорить, мы тоже бабушек кормим на воскресных программах. Они мне говорят, хорошо, это хорошо. Я говорю, они с консервами приходят вот, от этих, от рыбы, от кильки, набирают на 5 дней вперед, им хватает. Хорошо, хорошо. Я говорю, мы вот молимся, все для Бога, для людей делаем. Я прям испугался. Знаете, сидишь в машине, едешь куда-то, и тебе сейчас говорят, что мы у тебя деньги отберем. То есть прям говорят, прям по-настоящему. Ух, все так. В конце концов, они довезли меня, высадили, и я пошел уже в храм. И вот на Санкиртане, если честно, там на самом деле вот очень много чего происходит, по милости Господа, чего вообще невозможно, чтобы произошло. Невозможно. И за нами всегда следят сверху те, кто заинтересованы, те, кто просто наслаждается этим со стороны. Мы, находясь внутри движения сознания Кришны, мы не знаем на самом деле, что на самом деле происходит. Мы попали в движение Шри Чайтанья Махапрабху. Нас заняли случайно для нас, как бы, да, нас заняли в удивительной деятельности распространения славы Шри Харинам Аватары, а настоящие аватары Бога. Аватары. Мы не понимаем до конца даже, что это аватары. Что это тело Верховного Господа, оно в звуке Святого Имени в Махамандре. И то, что мы делаем под чутким руководством гуру, саду, шастр, Шрилы Прабхупады, мы присоединяем новых людей, которые миллионы жизней вообще не могли никак соприкоснуться с Богом. Мы им даем Святое Имя, даем книги. Это такая мистика на самом деле. И это настолько удивительно, то, что происходит. И это настолько удивительно выглядит со стороны, с высших планет, со стороны Рады Шьям Сундары, как они видят все это, все, что мы делаем в этом движении Шрилы Прабхупады. Очень многие личности, на самом деле, возвышенные, за нами следят, и они просто вот в восторге. Говорится в Ведах, что полубоги на высших планетах, они мечтают попасть в Кали-Югу, в движение Шри Чайтаньи, потому что там у них меньше шансов стать чистыми преданными, отказаться от всего. А здесь это можно за одну жизнь. То есть на самом деле происходит волшебство вокруг нас все время. И мы не понимаем до конца, насколько оно удивительное. Насколько вообще все это происходит удивительным образом. Ну вот. Поэтому наставлять тех, кто вследствие недостатка благочестия не смогли развить веру в Святое Имя, нужно умеренно. Лучше тратить время на тех, кто интересуется. Экачакра Прабху, Харе Кришна. Если распространять книги в очень греховных местах, например, мясокомбинат, это неблагоприятно? Раньше мы считали, что все под защитой Шриман Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху, Шрилы Прабхупады не рекомендовал брать пожертвования от кого попало, например, от наркодилеров. Так, мясокомбинат из этой же серии. Но кто я такой, чтобы прямо вердикт какой-то вынести? Я могу только помнить, что преданные умудрялись везде распространять книги и на всяких комбинатах этих ужасных. Я сам не имел опыта такого, но мне рассказывали, нам рассказывали. У вас был опыт. А можете немножко рассказать? Возьмите микрофончик. Передайте, пожалуйста. Проявлялся ли там Шри Чайтанья Махапрабху чудесным образом? Включите.
Я коротко, просто не умею, проблема. В каких годах это было? Ну, 90 каких-то, в начале 90-х. Это в Донецкой области мы с Кришнаприи тогда распространяли. Не знаю, она такая известная была. Приехали на мясокомбинат, и надо договориться с директором. Пошли к директору. Ну, тогда везде как-то нас пропускали. Он такой сидит за огромным столом, мы такие сели напротив него. Причем он посадил нас прямо напротив него. И у него такое лицо, вот сейчас вот он убьет и не сморгнет. И такое, ну, мы ему книжки показали, рассказали так. Ну, он так хорошо был к нам настроен, но он какой-то такой был, вот в любой момент, вот как будто он сейчас поменяется, сейчас сначала накинется и просто сожрет. Вот какой-то у него такой был вид. Потом он говорит: знаете, я вообще в Афганистане воевал. Я там людей каждый день стрелял. И не по одному. Это такое наслаждение. Я сейчас тебя зарежу и не сморгну. И так в лицо, и так давит. Кришнаприи такая прямо напротив него. Такая, под стул. Такая. Ну, мы продолжали. Ну, мы как бы так не придали этому значению. Ну, в общем, он согласился. Согласился мы. Ну, он говорит: я вообще не верю, что кто-то это возьмет. Ну, ладно. Там, вы, девчонки, хорошие, идите, мне все равно, типа. Вот, ну, мы пошли прямо туда, прямо на мясокомбинат. Там, конечно, был ужас. Люди, значит, они там стояли, так конвейер идет, и они так одного за другим. Ну, там, не знаю, какие ножи. И нам сказали туда не заходить, но мы проходили через это все. То есть мы там... Мы улыбались, а внутри вот такое все. Вот. И нам дали комнату, говорят: сидите здесь, мы будем, потому что люди очень заняты, все идет конвейером, останавливать нельзя, поэтому мы будем по одному там к вам заводить. Вот. И люди заходили туда к нам, они в белых халатах, все забрызганные кровью, свежей кровью. И, ну, так как они убивают постоянно, они вот такие все задерганные, такие все на нервах. И вот, вот стоишь с человеком, ну, разговариваешь, который вот только что убивает. Они сами такие все на нервах, все такие вот, ну, ну видно, что им очень некомфортно. Вот, ну и они такие быстро. Ну, чтобы покороче сделать, в общем... Как ни странно, больше всего они брали ведическое кулинарное искусство. Мы были в шоке. Вот, ну, больше всего книг, мы, не, ну, мы предлагали комплекты по одной, но они, вот 90% людей взяли вот именно, ну, какие-то еще там гиту, науку самосознания, и все брали вот, потому что они тоже так устали от убийства, и мы им напрямую говорили так. Ну, что вот карма за убийство, вот показывали эти картинки. Вот. Но это было, конечно, мистика. Мы там все это терпели, терпели. Потом мы когда... Ну, много к ней взяли. Много. Они по безналу, да, их как-то? Да, мы подписывали. Ага. Потом мы когда вышли, это, ну, всем улыбались, все так это, а внутри такой страх. Потом, как только мы вышли, когда уже никого нет, мы такие сели с ней, по стенке сползли, и вот такие плачем с ней. Но потом ничего. Все пришли, снова раздали книжки, ну, таких особых. Вот это вот мне больше всего запомнилось, что все брали ведическую кулинарию, и как мы потом вот так вот отходили, и какая-то нам говорила: сейчас тебя прирежу, и мне это в такое наслаждение, мне же руки чешутся. Прям вот такое вот. Но он не взял книги. Но мы ему подарили. Спасибо вам. На самом деле эти люди, это же Джагай и Мадхай, буквально. То есть если бы Нитянанда Прабху не решился на то, чтобы спасти Джагая Мадхая, а их бы никто не спас бы. Это его было сострадание к ним, благословение. Он пошел к людям, которые практически убивали там. Я тут даже до сих пор не могу понять, когда описывается жизнь Джагая Мадхая. Такое ощущение, что это какое-то государство было в Бенгалии, в котором не было вообще правительства. То есть если в деревне кто-то решил кого-то поубивать, то у него он просто был... известен тем, что он всех убивает регулярно, женщин, детей, браманов, и живет себе вот с такой репутацией дальше. То есть вот удивительно. Вот они такие были, Джагай Мадхай. Все знали, что они убивают, при этом они просто жили там. Они, может быть, знакомы были с мусульманским правительством, я не знаю, каким-то образом у них там связи были, но
к каким людям Нитьянанда Прабху пошел. Поэтому это, конечно, исключение такое, но оно и прославило милость Шри Чайтанья Махапрабху, что самые-самые падшие люди, которые убивали коров, там, браманов, Джагай Мадхай, что они обрели даже милость. Поэтому милость, опять же, не мы даем, мы ее передаем. Если бы не Шри Чайтанья Махапрабху, невозможно было бы. Бомбей, ну я полтора года назад, я там еще жила. Вот, его попросили рассказать о первых годах проповеди его в России. И Гуру Махарадж рассказывал вот именно распространение книг. И меня очень поразило, как он рассказывал, как книги распространялись. Он говорит, тогда Шрила Прабхупад, Господь Чайтанья, они, у них было такое сильное желание, такая милость была, что люди просто хватали книги. Говорит, там просто, говорит, надо было вот вывезти книги, и просто надо было сделать supply. То есть там уже все подготовлено. Просто привези книги и просто выйди. И люди, говорит, хватали, там в очереди стояли. Говорит, правда ж так, гражданин Дулек? Меня спрашивает. То есть он мне дал вот такое понятие, настроение, что мы там, не мы это делали. Говорит, мы просто, надо было не лениться, а просто выходить и хоть что-то говорить. И мы такую ерунду поначалу говорили, что вообще, потому что сами ничего не знали. И книгу еще не читали, ничего. И люди хватали, действительно, были очереди вот так вот там. Действительно была мистика, и было действительно столько мистики, что ради этого стоит жить. Преданный, я помню, один выходил. Мы все по Москве разъезжались с беговой. Он был очень слабенький, такой щупленький, и ему было очень тяжело даже вот эту тележку спускать по ступенечкам. Тележки было на колесах у нас. Мы на тележку на колесах ставили коробку от Marlboro, тогда так коробки были удобные. Они были длинные и крепкие, их в них книги можно было сложить. И я помню, что ему было трудно, и он просто в какой-то момент, я помню, и столик еще надо нести с собой. Столик с, алюминиевый, со складной, с ножками. И я помню, что удивительно такое зрелище было. Он сломал стереотипы многих. Он из беговой выходил метров на 50 в сторону спуска в метро. Перед метро раскладывал столик перед храмом. Раскладывал книги, и там организовывалось это. Вот люди, толпа, он всем что-то рассказывал. И распространял книги не хуже, чем другие преданные, которые разъезжались по разным зонам. Просто на беговой. Удивительно. Мы в Николаеве, когда распространяли книги, я пришел, я помню, мне было 16 лет, и мне сказали, что вот надо на Санкиртану ходить. И тогда еще не было такого понимания, что Прабху, они отдельно от Матаджи должны быть. Мы все были молодые, все были новенькие, все были в сознании Кришны год или два. И одна Матаджи, она распространяла книги очень хорошо, но она, соответственно, не могла носить тяжести. А я, соответственно, их никогда не распространял особенно, только начал приходить к преданным, но мог нести тяжести. И мне старшие в храме сразу группу санкиртаны сделали из меня и этой матаджи. А я не помню имя. Это было в 91-й, молодая. Молодая преданная, 91-й год. И санкиртана выглядела так, дорогие преданные, в то время. Нужно было просто набрать, как можно больше унести. Это обычно это рюкзак Ермак с алюминиевой рамой. У него сбоку карманы большие. В карманы можно было запихнуть пачку Ишапанишат, не распаковывая, как есть. Очень квадратные такие, хорошие карманы. А внутрь можно было пачками укладывать книги. И по мере вот, распространения просто разрываешь пачку, начинаешь их уложенные там в пачке. Вот. И вот тяжесть. Это 40 с чем-то килограмм мог рюкзак весить, его весь нагрузить. И еще две сумки. И вот мы уходили с ней на вокзал железнодорожный. Нас отправляли на Санкиртану по несколько дней. Мы заходили в поезд, в любой поезд, какой стоял на перроне, в первый же вагон, без билетов, не спрашивая, куда он едет. И просто проходили его, пока он едет. Несколько часов мы распространяли в поезде, по купе, по плацкарду. Потом, когда мы выходили из этого поезда, ну, на любой станции, где он остановился, смотрели просто глазами, искали другой состав в любую другую сторону, садились в крайний вагон и сразу начинали идти сквозь поезд. Нас не проверяли билеты, потому что видели, что мы как-то идем. Ну, то есть как-то тогда так работало.
И потом, и она постоянно плакала, я не помню ее имя, Матаджи, она плакала постоянно. Она плакала почему-то, она со мной не разговаривала, потому что нам сказали, что с Матаджи общаться нельзя, ей со мной нельзя. Это группа Сангхиртаны такая была. Вот. Она плакала и книги продавала просто, как буханки хлеба в Ленинграде. А я нес за ней. У нее был рюкзак, сумки, у меня рюкзак, сумки. В общем, мы такие нагружены, как будто мы уходим на Эверест. И вот мы до вечера мы ездили просто вот таким-то образом. Потом, когда приходило время поесть, а в то время не было вегетарианской еды, вы помните, да? Если прямо умудриться, можно было купить в магазине, надо идти в магазин. Детское питание малыш, малютка с гречневой мукой, с рисовой мукой. И можно было туда воды налить и размешать. Вот. Но мы кефир пили. Вот эта стеклянная бутылка с алюминиевой крышечкой, помните? Ее так нажимаешь, она так продавливается. Вот. То есть что мы делали? Мы с ней заходили молча, не общаясь, нельзя общаться, на вокзал. Там это место, где пиво пьют все мужики. И там такие столики на длинные ножки, такой круглый столик, белый есть какой-то, ламинат. И вот мы там становились, где-то мы покупали, там у них же, по-моему, покупали буханку хлеба за 22 копейки, вот, и по бутылке кефира. Это была еда наша. Кефир и литр кефиров и буханка хлеба. Это мы съедали это, и вот так ездили. И сидели мы просто где-то на этих самых, где вот люди ждут поезда, мы там сидели и спали ночью, сидя. Потом, как только утро начиналось, брали опять. И так за 2-3 дня мы продавали все книги по всяким поездам, и возвращались назад и загружались. Несколько раз мы так съездили, но я пожаловался, что мне не с кем общаться, а она плачет. Непрерывно. Такая была Санкиртана, удивительная. Вот. Ладно, мы на самом деле... Почитать же надо. Повторяли на чет, когда... Да, это вопрос. Не моюсь, не моюсь. Не, мыться негде было. Как бы просто вот... И мы повторяли, сидя в этих креслах на вокзале, ждали когда, ночью, когда, утром, повторяли джапу на четках. Да. У нас четки были из можжевельника в то время, из Крыма. Очень крепкое дерево, темное, и какой-то преданный маленький такой старичок, может быть, помните, он их привозил на фестивале, и он делал их из кустов можжевельника, рубил веточки кубиками, нарезал, ложил в барабан с камушками, он умел, и крутил, там мотор, наверное, был. То есть она обшлифовывалась так, получались круглые бусинки, овальные, всякие разные такие, полукруглые, полуовальные. И он дырочки сверлил, и он вязал четки. Это были единственные четки, которые вообще можно было достать. И они пахли. Можжевельник, он пахнет. И мешочек, когда вот эти новые четки, я помню, купил, положил мешочек, на нем масляные пятна появились. И вот мое счастье было в самом начале. 25 минут на кругу у меня уходило, потому что аж челюсть болела, потому что с непривычки. Но я когда нюхал свои четки, они так пахли, как букет цветов. Это вот вдохновляло, да. Мы продолжим читать, наверное, потому что, наверное, нужно. Десятое оскорбление сейчас... Если будут вопросы по текстам, да, задавайте. Текст 93. Только благодаря благословлениям гуру и его наставлениям ученик может очиститься от этих двух непростительных нам аппаратов. Лишь тогда у него появится возможность достичь стадии совершенства и воспевания. Очень важный текст, дорогие преданные, прямо очень важный. Смотрите. Только благодаря благословениям гуру и его наставлениям ученик может очиститься от этих двух непростительных нама-аппаратов. Преданные иногда спрашивают этот вопрос, где-то он даже у Шрилы Бхактивинода Тхакура обсуждается. Может ли преданный получить максимальное благо, обрести Кришна-прему от повторения святого имени без гуру, вот просто взять святое имя где-то как-то и повторять внимательно, много, хоть сколько, без гуру, без наставника. А? Где взять, это другой вопрос. Вопрос, если есть гуру, если нету гуру, как нама, действует ли нама в полной мере? Так вот, Шрила Гаур Говинда Свами, я вчера слушал лекцию, Мадхавананда Прабху рассказывал,
он описывал, его тоже спрашивали, он сказал, что на самом деле не может преданное получить без наставника Кришна-прему, повторяя святое имя. Почему? Потому что он, во-первых, он не будет понимать до конца самбанду, кто я такой, кто такой Господь, каковы мы с ним взаимоотношения. А гуру, наставник, об этом говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Бхактисиддханта Такур в Намабаджане, в Харинам Чинтамани. Гуру, он, самое первое, что он должен дать ученику, это знание самбанда гьяны. Это вот расставить по местам, кто я, кто Господь, каковы мы с ним взаимоотношения, и объяснить это таким образом, что заканчивается конфликт, нету претензий к Богу. Появляется желание, согласие со своей природой, какая она есть, духовная природа, даса, даса, ну даса, ашрая, тот, кто передает любовь, а Кришна, вишая, он наслаждается. И вот когда, если у преданного нет ясного понимания самбанда гьяны, нет ясного понимания славы святого имени, его могущества, которое гуру должен рассказать, повторение, оно максимум приведет к нама абхасе, да. И он может максимум получить освобождение, что, в принципе, не так мало для ведической культуры, но это вовсе не является целью для преданных. Поэтому при всех наших максимальных усилиях, если мы не имеем благословений и наставлений духовного учителя, который должен учить нас нам абаджане, то мы не сможем от апарадх избавиться, потому что мы будем даже не знать на самом деле. Мы не сможем принять Верховную Личность Бога как вишаю, потому что это не так просто. Нужно размышлять над этим, нужно обсуждать это с наставником, нужно открывать свое сердце ему, потому что будут сомнения, будут недовольства, почему не я Бог и так далее. Почему я слуга, когда это распределялось, почему мне досталось так. И вот эти все сомнения и претензии и оскорбления гуру, он может их полностью разрушить. И тогда святое имя будет повторяться с любовью Ануку в правильном настроении, и это приведет к расе. Раса – это когда ашрая и вишая встречаются в правильной самбанде. Ашрая думает, что я незначительное живое существо, которое маленькое, совершенно незаметное, полностью зависимое от Господа, и я хочу зависеть от Него. Я согласен с тем, что я недействующий. А Он мой Господин, Он мой защитник, Он мой покровитель, и я с этим согласен. Я хочу этого, я хочу Ему служить. В этот момент происходит взаимоотношение между Богом и душой. И вот эту самбанду должен гуру дать. Поэтому здесь говорится, что лишь тогда у него появится возможность достичь стадии совершенства в успевании. А совершенством считается шуддха-нама. Шуддха-нама – чистое имя. Не нама-абхас и не нама-апарадха. Следующий текст, 95-й. «Даже услышав о безграничной славе святого имени из различных писаний, человек может не обнаружить у себя привязанности к святому имени». Намнама кари бхагудха ниджа сарва шактис. Ты вложил свое святое имя, свои святые имена, все свои трансцендентные энергии. Татрарпита ньямита смаране накалага. И нет никаких строгих правил для повторения святого имени. Этадриши тава крипа бхагаван мамапи. Ты, по твоей милости ты даровал эти святые имена всем. Дур дай вам, идришам. И хаджани на нурагага. Дур дайва. Дайва – это судьба. Дур дайва по своей… Из-за злодейки судьбы, да, по своей… Дур, дуратма – это глупая душа, сложная душа. Дур, дуратма. Дур дайва. Из-за этих трудностей, вот моих личных трудностей, дуратмовых трудностей, из-за самой себя… На анурагаха у меня нет вкуса, у меня нет влечения. И именно поэтому чистое преднаслужение называют су-дурлабха. Труднодостижимо. Су-дурлабха. Дурлабха, да.
очень труднодостижимое. Не потому, что его не дают, а мы хотим, а потому, что его дают, нет строгих правил, все энергии вложены, по своей милости ты даровал свои имена, которые не отличны от тебя, а мы их не берем. Понимаете? Только и поэтому, потому что мы дуратмы, и дурдайва, судьба наша очень сложная, преднаслужение, мы его не берем, и его поэтому, так как его мало кто достигает, чистого преднаслужения, совершенного шуданамы, оно называется судурлабха, труднодостижимое. Поэтому нужно очень, очень важно, дорогие преданные, продвигаться с уровня нама апаратхи на уровень нама бас, с уровня нама бас, как мы читали до этого, Махапрабху говорил в 64-х текстах нама намья катату, он говорил, что, пожалуйста, дорогие преданные, не застревайте на уровне нама бхаса. Идите дальше на уровень шуданам. Тогда откроется ваша духовная сварупа. Тогда Святое Имя откроет вам свою форму, качество игры, деяния. Тогда вы увидите в своем сердце эти игры, апраката лилы, в своем сердце, своим духовным телом увидите. А иначе вы будете много жизней подряд, он говорит, повторять нама бас, и максимум будет освобождение. Поэтому нам очень нужно сделать этот следующий шаг. И следующий шаг, Махапрабху говорил как раз-таки, в чем заключается? Нама, нами, эка, татва. То есть нама, да, мы должны поверить в это. Нама и почувствовать это, пережить это. Нама не отлично от нами. А нами, у нас до него должно быть дело. Потому что если мы понимаем, слышим, что нама, нами, эка, татва, это звучит здорово, но если и до нами, до хозяина этого имени у нас особо дела нет, то, что они не отлично, ничего не меняет. Это вот когда у преданных развивается сильная, глубокая, пламенная мечта обрести Кришну, потому что они слушают через Харикатху о его удивительном характере, он их привлекает, о его удивительной форме он их привлекает, о удивительных играх трансцендентных, и они их привлекают. И преданный мечтает об этом. Но это там где-то, в духовном мире, это вне чувственного восприятия находится. И вдруг ему открывают тайну, что имя, оно не отлично от него. Поэтому здесь и сейчас ты можешь общаться с нами, через наму. И этот момент преданный для него – это озарение. Это он находит в этой подсказке величайшую тайну, что он может сейчас прямо, не откладывая, на следующую жизнь, прямо здесь, прямо сейчас общаться с Кришной, тем самым Кришной из Вриндавана. Но если к тому Кришне, к его форме и играм, и деяниям, и качествам нет особой привязанности, если Харикатха не происходит, если мы не слушаем Шраванам внимательно из уст преданных, которые свободны от зависти, которые с любовью рассказывают Шримад Бхагаватам, читаем Чаритамриту, то у нас к нами нет особого дела. И тогда нама тоже, у нас этот секрет, который Махапрабху открывает, что нама и нами – это одна и та же истина, он нас не впечатляет. Вот как бы подсказка для того, чтобы пережить это откровение. Нам нужно слушать и с восторгом, с восхищением слушать славу игр Господа. Текст 96. Это происходит из-за материалистического сознания, привязанности к телу и материальным объектам, ложному эго, жажде выгоды, почета и популярности. Это причины, по которым, даже услышав о безграничной славе Святого Имени из различных писаний, человек может не обнаружить у себя привязанности к Святому Имени. Из-за материалистического сознания, из-за привязанности к телу, материальным объектам, ложному эго, жажде выгоды, выгоды почета и популярности. Тот, кто запутался в грехе, не может оставить все это. Поэтому он не пытается повторять Святое Имя даже с небольшой искренностью.
Такого человека не привлекает общество святых. Напротив, он предпочитает общаться с нечестивцами. Он находит счастье в удовлетворении своих бесконтрольных чувств, не прислушиваясь к тихому голосу совести, который просит его воздержаться. Поэтому эти принципы, четыре регулирующих принципа, которые нам дал Шрила Прабхупад, он назвал принципами свободы, потому что они освобождают нас от этих вот оков привязанности к телу, материальным объектам, ложному эго, грехов. И нас в чистом сознании, освобожденном от тяжелых этих грехов, появляется тогда способность соприкоснуться, искренне обратиться к Господу. Текст 99. Его низшая природа толкает его на совершение нама-апарадхи, и он так никогда и не развивает вкуса к воспеванию святого имени. Так он лишается права войти в блаженную семью Кришны. Это Шри Чайтанья Махапрабху рассказывает. На берегу океана. Лишается права войти в блаженную семью Кришны. Это то, что он нам дал. Гаура Бхакта Вринда, семья Гауранги. Он нам дал своего Кришну. Своего Кришну, своих Радха и Кришну. Нас Шри Чайтанья Махапрабху приглашает в семью. Вринда означает семья. Гаура Бхакта Вринда. Вриндаван – это тоже семья. Вриндаван – это семья, там все в семье. Нас позвали в семью. Вриндадеви, она заведует лесом Вриндавана. Лес называется Вриндаван. Я не знаю, как это… Вриндадеви – это хозяйка леса. Да. Там есть… истории, как она передала, подарила лес Вриндавана Шримати Радхике. То есть они обе хозяйки. И Шримати Радхика – хозяйка леса Вриндавана. И Вриндадеви. А? Все. Она, Вриндадеви, она заведует всеми цветами, всеми фруктами, разными ингредиентами. Вот когда начинается какая-то игра, до того, как она начнется где-то, встреча Радхи Кришны, то Ванна Деви – это лесные деви, служанки, помощницы Вринда Деви. У нее есть армия целая. Ей подчиняются попугаи, она их посылает. Она заведует всеми этими попугаями, петухами. Петух один поет утром очень громко, когда еще солнце только начинает восходить, для того, чтобы пробудить Радху и Кришну в рощах Вриндаваны, чтобы до восхода солнца они успели притвориться дома спящими. Их надо будить. И она дает приказ Вриндадеви петуху громко петь. Он громко поет, и тогда Шримати Радхика в гневе говорит ему: «Да чтобы ты пошел в ад каждое утро!» Она его проклинает, потому что она не хочет расставаться со Шимасундарой. Он в ад не попадает. Наверное, какая-то у него есть иммунная система. Мощная. Благословение Вриндадеви, да. Обезьяна Какати, ее, кажется, зовут, тоже начинает шуметь листьями там. И они все что-то говорят. Попугай зеленый прилетает, начинает рассказывать, что он видит, как уже Джатила вышла и начинает ходить там по двору, и она скоро зайдет в комнату Шримати Радхики и скажет ей, что Абиманиум где-то уже в коровнике, уже доит коров, и что нужно уже вставать, уже там скоро молоко принесут и так далее, и так далее. По дому, по хозяйству нужно что-то делать. И попугай все это рассказывает. И тогда они уже нехотя встают, и их в разные стороны ведут, их слуги, служанки. Но все это устраивает Вриндадеви. Все эти попугаи, петухи, обезьяны, у нее огромная армия, она всем лесом заведует, всеми деревьями. Удивительное место Вриндаван. Нас туда пригласил Шри Чайтанья Махапрабху. Он нам дал право войти в блаженную семью Кришны.
и как мы туда можем не попасть, если его низшая природа толкает его на совершение нам апарадхи. И он так никогда и не развивает вкуса к воспеванию святого имени. То есть, если мы с вами откажемся с помощью гуру, наставника, детально, подробно изучим, поймем, разберемся, в чем апарадхи, и перестанем совершать нам апарадхи, тогда мы сможем произносить имя чисто, тогда чистое имя войдет в наше сердце, и этот звук трансцендентный очистит его полностью и даст нам возможность увидеть эти игры даже сейчас в этой жизни, апраката игры преданные, чистые преданные на уровне бхавы они видят. И тогда в следующей жизни Кришна говорит первой главе 10 песни, мы читали Бхагаватам, вот это приглашение, оно выглядит так, что, помнишь, Паванагоп Прабху, мы читали эти тексты на русской Бхагаватам, когда всем полубогам, женам полубогов, мудрецам, йогам, мистикам, бхактам на разных планетах звучит такое приглашение, что приходите все, рождайтесь на Бхаратаварше до того, как Кришна явится там, для того, чтобы подготовить место для его игр. И тогда они все приходят и рождаются пастухами, пастушками, старшими, младшими. Вот это приглашение каждый раз, когда Кришна приходит, как 5000 лет назад он приходил во Вриндаван, там тысячи, тысячи и тысячи приглашенных заранее, официально им приглашенных, преданных, рождаются там для того, чтобы одну жизнь прожить вместе с ним в Баума-лиле, в явленной лиле на земле, на планете Земля. И они там, как Вишванатха Чакравартакур говорит, рождаются из лона вечно освобожденных гопи. То есть до них еще приходят вечно освобожденные гопи, которые постоянно вечные спутники Кришны, спутницы. И они там рожают этих детей, которые станут пастушками, пастушками, и у них особые тела, но еще в этом материальном мире, но уже с Кришной. И они первый раз видят Кришну, первый раз разлуки с Ним, первый танец раса, первые игры с Кришной на пастбищах. И вот они целую жизнь проживают. Вот если вы, дорогие преданные, желаете вернуться назад в духовный мир, то сценарий такой, что нужно родиться еще один раз будет в Баума-лиле и привязаться к нему, а потом он идет в Матхуру. Всего 11 лет, да? Я точно не знаю. Но вот он уходит в своем кишора возрасте. Это после 10 явно, где-то к 14, по-моему. 10 лет 7 месяцев, он уходит в Матхуру, да? 10 лет 7 месяцев. Так вот, 10 лет вместе с ним каждый день. Несколько раз в день встречи, несколько раз в день разлуки настоящие. И тогда уже развиваются такие эмоции, которых здесь вот в теле садаки невозможно пережить. Там развиваются такие эмоции привязанности, которые уже на грани для того тела, которое рождено из лона вечно освобожденных гопи. И потом 10 лет 7 месяцев заканчивается, и лет 40, да, до Курукшетры остается. 100? До Курукшетры. 40 лет, по-моему. До Курукшетры, да. До первой встречи. Не все. Пастушки, они остались, потому что нужно было заботиться о коровах. И они видели Спхурти каждый день, Кришна мерещился, и они чувствовали, что он настоящий. Им этого хватало. А те, чья бхава, чья любовь была выше сакхи-расы, они уже не удовлетворялись. Родители и гопи, ватсали и мадури-раса, им не хватало спурти, они их тоже видели каждый день. А кормили Кришну, но им казалось, что он не настоящий. Как он может быть здесь, если он уехал в Матхуру? Это мне кажется. И они его кормили и ухаживали за ним, но при этом они были в полуобморочном состоянии таком. И вот эти все годы они на самом деле служили Кришне, который остался во Вриндаване, вриндаванский Кришна, а Васудева Кришна уехал дальше туда, в Матхуру, в Двараку. Но преданные вот в этой разлуке ему служили. Это называется... А как это называется в санскрите? А? Не-не-не. Когда сумасшествие... Вайчитья.
према вайчити. Это состояние премы, когда вай – это значит без, как вайкунха, без страданий, да? Вай – читти, в бессознательном состоянии. Читт – это сознание. Према вайчити – это когда преданные могут испытывать разлуку при встрече, как Шримати Радика испытывала разлуку с Кришной, когда Мадхумангала прогнал шмеля, от которого она руками, ладошками глаза закрывала, потому что у нее лотосные ладошки, лотосное лицо, и на ней гирлянды, и вот шмель прилетел. И она сидела на коленях у Кришны, и Мадхумангала, когда она забоялась шмеля, он его прогнал, и он просто сказал, что Мадхусудана ушел. И все. И вот в этом состоянии ее эмоция, когда она начала плакать в разлуке, сидя у Кришны на коленях, это называется према вайчити. Так вот, в этом состоянии преданные могут испытывать разлуку прямо в присутствии Кришны, либо в разлуке встречи у них. Они могут видеть, им кажется, и они... То есть это и то является вайчити, безумие. Так вот, в этом состоянии преданные потом пребывают. Мы с вами, если попадем в Баумалилу, вот мы 10 лет, 7 месяцев побудем с Кришной, настоящая мама Яшода, там настоящий Нанда Махарадж, а потом 40 лет до Курукшетры, надежды одни, безумие. Это то настроение, которое испытывал, переживал ежедневно Шри Чайтанья Махапрабху. 18 лет в Джаганнатпуре он входил в это состояние. Кришна ему постоянно мерещился, он постоянно мечтал о встрече с ним. Попадал в Баума, Апракаталилы, потом преданные пели киртаны долго, когда они его находили в бессознательном состоянии, приводили его в себя, и он жаловался, зачем вы меня сюда привели, я там только что был, на берегу Ямуны с Кришной, с Гопи. И потом на Курукшетре они поняли, что уже невозможно будет вернуть его. Все их надежды, которые они питали, уже они увидели царя, там слоны были украшены золотом, колесницы громкие, кшатри поприезжали на эту яги, на жертвоприношение, на Курукшетру. Кришна был одет как царь, и он уже ядов такой, он уже победил многих других демонов, там войска разные, царей. И когда они его увидели, в этот момент они поняли, что невозможно будет. Невозможно. Да, Радхаятра – это вот эта встреча. Когда при невозможности вернуть Кришну во Вриндаван, в полном безумии, они не оставляют надежду все равно его вернуть и начинают тянуть его колесницу царскую. А за веревочки гопи тянут его во Вриндаван. И это безумие. И Шри Чайтанья Махапрабху 18 раз в Пуре тянул, он переживал это состояние. Так вот это, дорогие преданные, блаженная семья Кришны Вриндаван. И нас туда приглашают. Единственная причина, по которой мы можем туда не попасть, это если мы из-за своей низшей природы, которая перечислена ранее, материалистическое сознание, привязанность к телу, материальным объектам, ложное эго, жажда выгоды, почет, популярность, запутались в грехе, нет никакой искренности, повторения святого имени из-за всего этого. И из-за этого вот эта низшая природа толкает нас на совершение нама-апарадхи, и так мы никогда не развиваем вкуса к воспеванию святого имени. И так мы лишаемся права войти в блаженную семью Кришны. То есть есть над чем задуматься. Текст номер 100. Таковы 10 оскорблений святого имени, которые не дают человеку принять полное прибежище у святого имени и найти спасение и вечный мир. Последствия греховной деятельности, страдания и оскорбления дживы, все это сразу же уничтожается, как только она принимает прибежище у Верховного Господа Хари.
Шри Чайтанья Махапрабху продолжает рассказывать. Подраздел «Калира самсара чхади, а Кришнера самсара кара». Материальная жизнь заканчивается, начинается духовная. В этот момент душа теряет вкус к материальной жизни и, постепенно освобождаясь от своих оскорблений, присоединяется к семье Кришны, к преданным, лишенным корыстных материальных мотивов. Когда джива проходит у истинного гуру обряд посвящения в воспевание святого имени Хари Кришны, она освобождается от всех своих грехов, совершенных в прошлых жизнях. Затем, если она искренне предается лотосным стопам Кришны, Господь освобождает ее от всех оскорблений, которые она нанесла за бесчисленное количество рождений. Такая душа не нуждается в отдельном искуплении своих грехов в праящите, ибо просто благодаря посвящению она освобождается от всех их последствий. Так говорят Писания. Есть ли какой-нибудь вопрос у преданных по этой теме, по этой шлоке? Я еще раз прочитаю. Когда джива проходит у истинного гуру обряд посвящения в воспевание святого имени Хари Кришны, она освобождается от всех своих грехов, совершенных в прошлых жизнях. Затем, если она искренне предается лотосным стопам Кришны, Господь освобождает ее от всех оскорблений, которые она нанесла за бесчисленное количество рождений. Такая душа не нуждается в отдельном искуплении своих грехов, праящиты, ибо просто благодаря посвящению она освобождается от всех их последствий. Так говорят Писания. А вот микрофончик. Давайте, чтобы там преданные слушали тоже. Мы микрофончик. Я когда-то смотрел в Википедии слово «искренность», значение. Так интересно иногда слова, вот, если их разобрать. По-моему, там было так, что искренность – это когда человека мысли, желания и слова, и поступки, они совпадают. Он в одном направлении. Это как эканта бхакти. То есть то, чего он желает, то, что он хочет, то, о чем он говорит, то, что он делает, они все направлены вот в одном направлении, они синхронизированы. Это искренность. Искренность – это значит не скрывать в тайне от всех что-то, что противоречит его словам или поступкам, утверждениям, целям, которым он следует. И это буквально означает отказаться от тайных своих привязанностей. Это как раз и есть результат того, что живое существо, оно отказывается от оскорблений, от скрытых материальных желаний. Помните последнее оскорбление, десятое, что сохраняя... Как там оно звучит? Несмотря на то, что мы услышали славу святого имени Господа, да, от преданных, от гуру, и все равно, если мы продолжаем сохранять в тайне, получается, сохранять внутри привязанность к материальным желаниям, каким-то вещам, мы тогда что делаем? У нас нет твердой веры в воспевание святого имени, и мы из-за этого мы продолжаем оскорблять. И это является причиной всех других оскорблений. То есть вот это сочетание, когда мы все знаем, то есть мы согласны, мы сами говорим о правильных вещах, мы даже проповедуем правильные вещи, мы слушаем о правильных вещах, то есть мы осведомлены и официально согласились на словах с тем, что нужно избавиться от всех материальных привязанностей и перестать оскорблять святое имя. Но внутри мы сохраняем в тайне свои материальные привязанности из-за отсутствия веры сильной, не отказываемся от них. Вот это неискреннее. Вот это неискреннее. Когда наши слова и поступки, и внутренние наши тайные мечты, они
не совпадают. Поэтому нужно искренне принять, предаться лотосным стопам Кришны. То есть полностью. То есть речь, ум и тело полностью. Это саньяси. Они же триданду носят. Знаете, триданда что означает? Три бамбука. Еще маленькая четверка такая, четвертая палочка, джива-данда называется. Это как флаг. Вот вы когда идете с флагом по улице, но все видят. У вас есть какие-то намерения, и флаг он какой-нибудь, там на нем написано что-нибудь. То есть это вы громко заявляете во всеуслышание, когда вы с флагом идете, что я вот такой, или там вот это мои намерения. Триданди, саньяси, это данда, это для людей, не для него. Это не чтобы он шел там, ну, как тросточка. Нет, это такая длинная штука, неудобная, с ней путешествовать. Неудобно ходить туда-сюда, неудобно. Вот это громко он заявляет во всеуслышание всем, что я обязуюсь, смотрите все, знайте все, что я обязуюсь свою речь, ум, тело и душу, вот это джива-данда, это душу, все направить в одном направлении на полное предание, на чистое преданное служение Господу. Данда – это искренность его. Это вот это заявление, что я искренний, все. И внутри, и снаружи я один, в одном направлении. И тогда, и это как эту табличку повесить, да, и на ней написать, что я обязуюсь, громко заявляю во всеуслышание, чтобы все знали, пока я иду по улице, если там табличка на спине, например, висит, да, что я посвящаю чистому преданному служению свой ум. Также посвящаю чистому преданному служению свое тело. Также я посвящаю чистому преданному служению свою речь и четвертым свою душу. Вот что данда означает. Чтобы все видели. Издалека идет саньяси, когда все прям сразу видят, что вот у человека такие намерения, он искренен. Это отвечает на ваш вопрос? Да, делать. Что делать? Нужно прийти к духовному учителю, получить обряд посвящения, воспевание святого имени Хари Кришны, а затем искренне предаться лотосным стопам Кришны. А инициация – это слово тоже происходит от слова «инициатива». Инициатор – это не тот, кто умеет обряды совершать. Инициатор – это тот, кто идею какую-то в чем сердце живет идея, и он ей делится, и он вовлекает других. Вот в детстве, я помню, это слово запомнил, в детстве, пятиэтажный дом, собрание, по уборке субботник двора, это надо всем взрослым и детям подметать. И кто-то один, он выходил, какая-то женщина такая, помню, наверное, в политбюро ЦК КПСС работала, так умела как бы вот завести всех. И она выходила, и она говорила: давайте все уберем наш двор. И она так это решительно говорила, так громко. Никто этого не хотел делать, но когда кто-то начинает всех на это подбивать, и все кивают головой, то получается, как бы она, как бы вот этот дух, настроение, свою идею, она так ярко представляет, так громко как бы заявляет, что невозможно отказаться, и все как-то согласны. А когда все согласны, и ты согласен. Так вот, я помню, тогда мне мама говорила: вот инициатор субботника, вот наша там, ну, как бы соседка с первого этажа, да, вот. И я запомнил слово «инициатор». И у меня когда слово «инициация» или «инициатор», я всегда вспоминаю уборку, когда все, кто не хотели делать чего-то, они все это сделали. Почему? Потому что они пообщались с тем, кто горел инициативой. И он передал инициативу, идею передал, которая привела в движение всех, объединила всех, и все сделали что-то, на что они на самом деле не собирались пойти. Вышли из зоны комфорта и загорелись чем-то. Они переняли инициативу. Вот инициация – это передача инициативы. Это не обряд, когда… Вот тут говорится про карму, это такая надежда, я знаю, у преданных есть. Это так звучит. Я помню, Бхактивидья Пурнасвами в Москву приезжал еще давно-давно. Еще я английского не знал, я помню. Или по чуть-чуть знал, но я… Мы же махпрасад все время воруем, знаете, все. А там это количество бананов огромное запекается вот в Ягеконде. И я спрашивал какого-то преданного, помню… А это маха или не маха? Ягья же прошла, там все, мантры прозвучали, можно брать?
И какой-то преданный мне так сказал сразу так: ни в коем случае, это же карма. Это же, как тут говорится, вот, джива проходит у истинного гуру обряд, да, посвящение, воспевание святого имени Хари Кришны, она освобождается от всех своих грехов, совершенных в прошлых жизнях. И вот такое было пурна ахути, это когда вот последнее подношение, которое означает доставить полное удовлетворение Агни и его супруге Свахе. Если какие-то ошибки были совершены во время яги, какие-то мантры неправильно были произнесены случайно, то есть последнее подношение, которое точно должно доставить удовольствие. И вот нужно подарить бананы, там, веточки туласи сухие, там, еще какие-то там, ну, вкусности туда, в огонь. Это для удовлетворения Господа. А преданные делали это. Они вкладывали туда, а я прям видела, некоторые так сжимали эти бананы и шмялись. Вот, чтобы прямо они медитировали на вот этот мистический процесс, что сейчас вся карма моя наконец-то сегодня попадет, уйдет от меня, я ее сожгу. И они, эти бананы проклятые просто туда клали. И мне этот преданный, а мы как бы это, каждый этого хотел, потому что написано, им преданные мне сказал: не бери, это страшнее этого нет вообще. И я пошел к Бхактивиде Пурнасвами уточнить, насколько они прокляты, эти бананы. Потому что некоторые хватают их, и я думаю, ну, как надо же понять. И он говорит, откуда русские преданные взяли эту концепцию, что эти бананы попадает вся карма ихняя за все жизни. Откуда они-то взяли? Я говорю, он же веды знает. Я говорю, нигде этого не читал. Вот, но вот эта надежда. Оказывается, это Махапрасад. Оказывается, там нет кармы никакой. Карма, она должна уйти, она уходит на самом деле тогда, когда мы инициативу эту перенимаем, и мы встаем на путь акармы. Под чутким руководством духовного учителя, те, кого он инициировал, и инициативу, кому он передал, да, прежде всего, они встают на путь самосознания, на путь чистого преданного служения под его руководством. И это изменяет их жизнь окончательно. Не бананы в костре. Поэтому если мы получили посвящение, но нас не тронула миссия духовного учителя, если вот у него как бы свое дело, у меня свое дело, бананы бросил, все, избавился, то это означает, что мы инициацию не получили как таковую. Инициативу. Мы не можем передать эту инициативу. На нас оно и заглохнет все, понимаете? Идея какая? Из поколения в поколение эта инициатива передается. Инициатива во что? В повторение шудханамы. Чистое повторение. Шудханамы. Стараться. Вот этот самый важный момент инициации. Загореться верой в чистое намы и передать ее другим. Да, Прабху. Читание Чаритамрита, читание Махапрабху, говорит Санатани, дикша кале бхакта каре атма самарпана, сей кале Кришна таре кале атма сама. Это значит, что во время посвящения, если преданный, как ты сказал, принимает. В тот самый момент Кришна дает ему свое тело. То есть он получает духовное тело в тот самый момент. И это наша ответственность. Мы ищем духовное тело, но тот самый момент, когда духовный учитель дает нам святое имя, он дает, Кришна дает, Кришна каре, Кришна делает, атма сама, тело подобное с Кришной, самой Кришне. Это великое спасибо большое за все, что ты говорил, дорогой, сегодня. Это очень вдохновляет и очень дает нам это время, которое мы не можем пойти на санкиртан, мы не можем и в храм чуть-чуть пойти. Есть настолько много ограничений,
Я себе почувствовался там, на боевую линию. Спасибо большое. Харе Кришна. Мы еще почитаем чуть-чуть, да? У нас Намахата заявлено с 3 до 6, сейчас 5:25. Мы будем читать и обсуждать, если вопросы есть у преданных, дополнения, истории интересные. До 6, 3 часа. Да. Вопрос, да? Да. Если, ну вот эта искренность, но не получается результат, который следует за искренностью, значит, может быть какой-то самообман. То есть, если вроде бы ты стараешься следовать процессу, вроде бы внешне у тебя ничего нет, это может быть вот что-то вот такое, может быть, что ты что-то не видишь в себе. Очень важную роль, вот сейчас идут эти оскорбления, да, эти тексты, важную роль, огромную роль, невосполнимую по-другому роль в жизни преданного является, играет духовный учитель, наставник. Очень-очень важно находиться под чутким руководством достойных доверия преданных. Это гуру, он не только дикша-гуру, это также шикша-гуру. Шикша-гуру — это в нашем сегодняшнем современном языке, это вот наставники, кураторы или шикша-гуру, если прям так мы называем иногда их. Они входят в, буквально в панчататву, когда в первом же тексте, в первой же главы Шри Чайтанья Чаритамриты в Адилиле Шрила Кришнадас Кавирадж, он цитирует, он произносит первые 14, кажется, текстов, которые были изначально изошли из дневников Шрилы Сварупа Дамодар Госвами, Кадачи, которые он дальше распаковывает в Чайтанья Чаритамриты, в главах последующих, объясняет их значение. В первом же тексте у кого-то есть сейчас возможность читать Чаритамриту открыть? Я бы ее прочитал бы даже. Или, может быть, у меня интернет тут даже есть, скорее всего. Сейчас я вам прочитаю очень важный момент. А у меня интернет есть, сейчас все откроется. Так, как это тут делается? Веда, Ведабейс. Все, у меня есть выход на Ведабейс. Кажется. А вот у меня открылось Чайтанья Чаритамрита. Адилила. Адилила. Chapter 1. Первый текст. А, сейчас я русский включу. Так, русский. Так. Первый текст. Я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа и Его воплощением, Его полным экспансиям, энергиям и самому предвечному Господу Шри Кришна Чайтанья. Очень важный этот текст, сверхважный. И видите, в нем Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами поочередность не так, как мы привыкли. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Адвейта, Гададхар, Шривас, Ади, Гоуру Бхактавринда. Здесь первое, кого он упоминает, я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа. То есть он начинает с Гоур Бхакта Вринда. Они потому что открывают нам путь духовного самосознания. Они дают нам своего Кришну. Своего Кришну. Кришна Сетамара, Кришна Дитапара, Вайшнав нам дает. Не то, что мы приходим к Кришне, к Нитьянанде, к Адхаре, к Адвейте, а потом Вайшнавы заодно. Нет, мы к ним приходим. Они нам дают всех остальных. И вот если назад читать, получается как? Самому предвечному Шри Кришна Чайтанья, то есть это Чайтанья, да? Шри Кришна Чайтанья, потом энергиям. Энергия Шри Чайтанья — это Ахладини Шакти, в первую очередь. Это внутренняя энергия Господа, это Гададхар Пандит.
Потом полным экспансиям. Да мы в обратном порядке идем. Полной экспансии – это Шри Баларама, Баладев, Нитянанда Прабху. А его воплощение, воплощение – это как вот Вишну, да, аватары, это вот Адвайта Ачарья. И дальше идет самое первое в этом тексте – преданные Господа, учителя. И вот здесь в комментарии, не в комментарии, а в кратком обзоре первой главы Шрила Прабхупад очень красиво говорит, сейчас найду это слово. Первое из упомянутых в этой главе проявление Господа — духовный учитель. Первое. Это проявление Господа, панча-татва. И к этой категории в равной мере относится и тот, кто дает ученику посвящение, дикша-гуру, и тот, кто его наставляет, шикша-гуру. Разницы между этими учителями нет, ибо и тот, и другой воплощают в себе высшую истину. Следующая ипостась Господа – его преданные. Шрила Прабхупад пишет, смотрите, что он пишет. Следующая ипостась Господа, его преданные, двоеточие, начинающие и достигшие совершенства. Шрила Прабхупад, ки, джай. Шрила Прабхупад говорит здесь буквально, это краткое описание первой главы Адилилы, что начинающие и достигшие совершенства преданные – это ипостась Господа. Она идет сразу за гуру. Это очень удивительно. То есть преданные Господа, даже начинающие, они уже входят для нас в панча-татву. Понимаете? Панча-татва – это, как сказать, термин такой, он больше, чем пятеро, которые у нас на алтаре. Он вмещает всех вайшнавов, потому что эти преданные, они являются ипостасью Господа. Затем следует описание воплощений, аватар Господа, и объясняется, что они не отличны от самого Господа, это Адвайта Ачарья, Вишну, Сада Шива. Их делят на три категории. Воплощение, олицетворяющее могущество Господа, воплощение, повелевающее гунами, и уполномоченное воплощение. И так далее. То есть гуру, дикша-гуру, шикша-гуру, другие вайшнавы, они в первом же тексте читания Чаритамриты, они описываются как ипостаси Господа, и это очень важно, и они первые, кто идут. Сначала преданные, духовные учителя, наставники, потом все остальные. Поэтому весь наш путь от самого начала, с момента, когда мы получили Святое Имя первый раз, с момента, когда мы услышали Шримад-Бхагаватам первый раз, с момента, когда мы увидели Божество первый раз, все это произошло только из-за того, что до этого момента мы встретили преданных, которые нам дали Святое Имя, они нам дали Шримад-Бхагаватам, и они нам дали поклонение Божествам, они нам дали свое общение, и они нам дали возможность быть в Святом Месте. И с этого первого момента они нас дальше ведут лично. Это не то, что мы у них взяли что-то, как временная встреча такая произошла, мы получили то, что нам надо, а дальше мы сами. Нет. Если дальше мы сами, то мы никуда не продвигаемся. Под чутким руководством достойных доверия преданных должно все происходить. И Шрила Гуру Говинда с вами в одной из лекций недавно слушал, он не его лекцию, а Мадхавананда Прабху рассказывал. Он говорил, что очень важно личное общение с духовным учителем. Он говорил, что лекция, записанная на кассету, она не даст того всего блага, которое даст личное общение с ним. И почему, он объясняет. Как вы думаете, почему? Почему из кассет вы не получите из записи в полной мере милость духовного учителя? Шакти нет. Какие еще могут быть ответы? Тонкоэмоциональное. Какие еще есть? Потому что если он здесь, а я сделаю ошибку, я сразу... Правильно. А когда-то там он, я делаю ошибку, думаю, он не видит. Правильно, Прабху, очень правильно.
духовный учитель, который знает вас лично, духовный наставник, который знает все ваши слабости, все ваши таланты, все у вас знает, вы сможете с ним обсуждать вашу практику, вашу конкретную практику преданного служения, и вы вместе с ним сможете найти те решения, которые очень-очень уместны, актуальны прямо здесь, прямо сейчас. И также он вам сможет передать свое отношение, свое настроение, свое поведение к этому предмету, который он преподает. Вы сможете заразиться от него идеей вот этой. В личных беседах вы сможете участвовать в обсуждениях. Это очень-очень важно. Если вы слушаете лекцию, вам не с кем поговорить, потому что это лекция, запись, вы получите очень много идей хороших, но вы не сможете в деталях обсуждать свою конкретную практику, свои сомнения вы не сможете с лекцией обсудить, свои вдохновения вы с лекцией не сможете обсудить, свои трудности и вопросы вы не сможете, вам придется самим доходить до всего этого. А наставник, друг, который знает вас очень хорошо, он сможет помочь вам разобраться прямо в тот же момент, когда вы идете по этому пути, каждый шаг. Это очень-очень важно. Поэтому Шрила Радханат Свами, как многие цитируют его, он советует своим брамачари в Чаупати, в Бомбее, из 100% времени, которое они тратят на общение, 20% из этого времени общаться со старшими, не больше, 20% с младшими, то есть проповедовать, а 60% оставшихся общаться с равными, с друзьями. Потому что именно они вас знают лучше всего, потому что именно они, перед них труднее всего притворяться, потому что они вас знают лучше всего. И именно они вас поправят без комплексов, если вы что-то накосячили, где-то оскорбили кого-то. Они вам просто скажут: иди извинись, и все. Понимаете? Что происходит со старшими? Там мы притворяемся, очень-очень стараемся прямо. Мы там такие хорошенькие, пушистенькие. Перед старшими преданными мы самые падшие, самые смиренные. И это неестественно. Мы не такие, какие мы есть на самом деле. Мы там притворяемся. А при младших преданных мы тоже притворяемся. Очень умными, очень продвинутыми, очень возвышенными. И старшие, они не могут нас поправить, потому что непонятно. У нас надо разобраться. А при них мы притворяемся. Младшие вас не могут поправить и помочь вам разобраться в себе, потому что вы будете скрывать от них. Потому что неприлично, не положено при младших преданных раскрывать свои слабости. И поэтому вы будете тянуть до последнего, пока уже вас это не взорвет изнутри. Вот. А равные, у них вообще нет проблем сказать вам все как есть. И они будут вам говорить, учитывая время, место, обстоятельства. Они будут знать детали вашей практики. Поэтому очень важно иметь доверительные отношения с преданными. И эти доверительные отношения, там найдете все ответы. Именно на ваши вопросы. Их тысячи будут таких бесед, должно быть, доверительных. И вы будете чувствовать, что никто другой не способен так помочь, как друзья в сознании Кришны. Можно обидеться. А? Обидеться не получается, потому что вообще-то рекомендуется общаться с преданными, свободными от склонности к критике других. Если равные – это, конечно, дикари, то тоже трудно будет. Нужно понять, что эти равные – это наставление, оно дается мадьяма дикари, ништхе, тем, кто достиг ништхи. А им очень полезно общаться с единомышленниками, такими же зрелыми преданными, опытными преданными, потому что они… Катха с ними – это не праджалпа. Если каништа дикари взять, очень начинающего преданного, который очень нестабилен, эмоционально нестабилен, опыта мало, ему не рекомендовано с единомышленниками общаться, потому что это катастрофа и для них, и для других. Такому преданному больше рекомендуется со старшими проводить время. Но когда у вас появляется опыт, и у ваших друзей появляется опыт, и вы становитесь опытными преданными, тогда можно обмениваться опытом и открывать свое сердце гухьям, акхьяти, причхати. Спрашивать о сокровенном, то, что вас конкретно волнует, и открывать свое сердце, делиться опытом, и это благо для обоих. Это очень важно. Поэтому, в принципе, со старшими все равно нужно продолжать общаться, просто вот эта пропорция, она меняется. Чем больше преданный становится зрелым, тем он более способен к дружбе. Это важный компонент духовной практики.
дружба. И там, там вы поймете и про искренность, и про неискренность. Там все сразу вылазит, оно вылазит просто наружу. Ну, как в семье, например, да, когда молодожены только-только встречаются, первое время они живут, они все еще пытаются играть из себя царевича и царевну. Мне Гуру Махарадж рассказывал, в 2000 году на Говардхане я его спрашивал, я брамачари был, сменить меня ашрам или не сменить меня ашрам. И он мне говорил, он сразу, я такой вопрос задал, практичный, да, то есть я же задаю вопрос, он меня знает. И он мне вдруг притчу рассказывает какую-то. Прямо мгновенно он так откинулся сразу на кресло там в комнатке и говорит, сначала они будут притворяться. Он такую вот историю сразу мне рассказывает. Он будет казаться там принцем, которого все лучшие качества, и она тоже принцесса. И сначала первые несколько месяцев они будут все еще стараться притворяться теми, кто они не есть. Но очень скоро они выяснят, кто есть кто на самом деле. Потому что когда живешь вместе, очень трудно долго притворяться. Оно потом вылазит наружу, и уже нет сил, и уже желания нету, и уже как бы... И потом, он говорит, они начинают ругаться друг с другом. И когда они начинают ругаться и друг друга как бы упрекать во всем, в этот момент их, они начинают испытывать душевное вот это вот, ну, неудовлетворение и начинают есть больше. Он сказал, есть больше, и они начинают заедать вот это свое горе, что вот не так все, как казалось, да, и они начинают толстеть. Он говорит, потом, когда они начинают толстеть, позже появляются дети. И я сейчас точно не помню, как он дальше это все описывал. Вот когда появляются дети, как-то там все это дальше идет, и вот все становится как у всех. Вот. И я, Гуру Махарадж, я выслушал это все, я понял, что дело серьезное, и я его спросил второй раз, прямо сразу же. Вот я задал вопрос, он мне дал эту длинную историю, она минут 15 длилась. А потом я выждал, и я спросил Гуру Махарадж, а можно вас спросить, а вот вы столько путешествовали, вы видите религиозные семьи во всех странах, везде к вам все с доверием обращаются, столько лет, десятков лет вы проповедуете, вы видели где-нибудь удачную семью, такую успешную, ведическую, где вот они прямо вот, да, вместе читают там, после свадьбы Гиту вместе читают, вот, и он говорит, слушай, я тебе расскажу. И представляете, дорогие преданные, он откинулся на спинку и говорит, сначала они притворяются. Потом несколько там, недель, месяцев они выясняют, кто есть кто, и они начинают ругаться. Потом они начинают толстеть, потом появляются дети. Он мне эту же историю длинную, как будто, знаете, как будто та же самая пластинка, он ее заново всю рассказал, второй раз, заново всю. И я не поверил. Я не поверил тогда. И прошел через все это сам. Но что я запомнил, что вот этот один и тот же момент очень важный, когда они начинают потом видеть друг друга такими, какие они есть, и уже невозможно притворяться, понимаете? И тогда они начинают работать друг над другом. Мне один преданный в Москве, Мукунда Мурари Прабу, еще в те годы он мне рассказывал, я у него спрашивал, он семейный человек, и я его спрашивал, можешь поделиться опытом о семейной жизни, как это вот грихастха ашрам. Он говорит, а жена, говорит, он тогда так мне эту притчу другую рассказал, это говорит, человек с вантусом. Знаете, вантус – это резиновая присоска такая с палкой, которая чистит раковину. И он говорит, раковина – это твое сознание, в котором ты прятал от себя самого всякую грязь, и думал, что она утекла за годы, да, год, время унесло это далеко-далеко. Но на самом деле все оказалось где-то там рядом, и она забилась. И этот человек, когда раковина забилась, вам кажется, вы же моете, она такая чистенькая, и вы хватаете вантус, и туда втыкаете, и начинаете выкачивать, и все наружу вы достаете. Все эти старые макароны, там, овощи, все, что там вот лежало. Помните, да, чистили когда-нибудь раковину? Сколько черной вони выходит наружу. И он говорит, жена – это вантус, и она тебя почистит.
Она достанет наружу все, потому что она тебя будет знать так, таким, какой ты есть. И ты можешь себе что хочешь придумать, но есть человек, который находится рядом, и вы вместе живете с утра до вечера, вы полностью понимаете друг друга, и вы начинаете это все наружу доставать. И вот эта семейная жизнь – это чистка такая, он говорил. Он там это очень красиво описал тогда, я вам очень коротко описываю. Но вот это равный может сделать. Старший не может воткнуть вам этот вантус в глотку, не может вытащить все оттуда, потому что вы при нем притворяетесь. И вы сбиваете с толку старших, буквально. Младшие тоже не понимают до конца, и у них нет полномочий, видения. А вот равный, без стеснения, без задержки, если вы в доверительных отношениях с кем-то, он вам скажет то, чего другие не скажут. Это очень важно, иметь дружбу. Это семья. Семья. Гоура Бхакта Вринда. Близкие отношения. Вот, возьмите микрофон. Вот этот на проводе. Вибхавини Мата же имеет опыт наверняка очень. А там включить надо вверх. Хари Кришна, пожалуйста, расскажите историю, как вам пришли божества. Это меня так вдохновило. У меня прямо вот до сих пор еще все внутри. Я вас очень прошу. История, если это божеств. Возможно. Да. Это длинная история. Ну, вы умеете. Ладно. История Гауранги. Где он у меня? Кто не видел, еще Шри Чайтанья Махапрабху, вот, передайте по кругу. На камеру вот подержите, а он настроит. Видно резкость? Чуть дальше. Сейчас видно? А у тебя там резкость наводится? Сколько держать? Все, да? Вот, можете посмотреть на фотографию, там видно, что это Шри Чайтанья Махапрабху саньяси, не с длинными вьющимися волосами, и не в Навадвипе, не в Майяпуре, не в Нади, а в Джаганатпуре. Он сделан из дерева сидабакул, из веточки, которая упала во время сильного шторма, большая ветка сломана была, в месте, где Шрила Харидас Тхакур в Пуре, самадхи его. А? Да-да-да-да, это его личное божество, да. Вот. И преданные сделали троих божеств, они заказали, кто помнит этот панда, который всегда дружелюбно относится ко всем парикрамам, раньше Госвами Махарадж к нему приводил, он где-то недалеко от храма Джаганатхи жил, вот он вырезал троих божеств. А? Кто-то помнит, как его зовут? Махапатра, да, Махапатра. Он, это тот самый преданный, который нарисовал, помните, такие наклейки были раньше? Такая наклейка прямоугольная, там два глаза Джаганатхи. Вот такие их клеили на все подряд. Он был нищим пандой, которого не было денег, семью поддерживать не мог, и он немножко был художником, но ничего не мог делать, он пытался там что-то вырезать, что-то делать, и совершенно нечем было кормить семью. И в какой-то момент, по-моему, ночью, да, во сне ему пришел Джаганатх, он явил ему этот дизайн и сказал ему: не бойся, вот нарисуй. И он его нарисовал по памяти просто. Это Джаганат сам явился. Это изображение, вот эти два глаза черных, да, прямоугольно, с носиком, с украшением. Это было ему даршан. И он, когда нарисовал, все сразу всем понравился, и ему сказали, нужно вот его размножить. Он начал тиражировать их, где-то заказал. И преданные начали закупать их, во все страны возить, как наклейки. И он разбогател на них. Он там и дом построил, и семью накормил. Вот это Джаганатхи ему таким образом помог своим взглядом сударшин. Так вот, ему он стал знаменитым мастером, художником по божествам. И ему преданные очень много лет назад, скорее всего, в 2005 году, в 2006 году, когда шторм был, помните, шторм был, который повалил много древних баньяновых деревьев в Бхуванешваре, Пури, когда все молились, чтобы храм устоял там. Вот этот шторм, он сломал ветку дерева, которое посадил Шри Чайтанья Махапрабху, когда он воткнул свою зубочистку в землю, и она выросла. Под этим деревом Шрила Харидас Тхакур повторял свой намбаджан. И вот с этого дерева ветка упала, ее отнесли Махапатри Прабху, и он сделал троих божеств.
это те преданные, которые ему заказали, они подарили одного Гаурангу, который обнимает Гирираджа. По-моему, Буриджану Прабу, другого Гаурангу, я не помню, как он, по-моему, там обнимает кого-то еще. Подарили на Данурдар с вами. И этого третьего тоже, по-моему, его подарили. Дандар с вами подарил Шрила Ниранджан с вами вот этого Гаурангу. А где изображение? Ага. Вот. Он его вырезал там. И, вот. И тогда Гуру Махарадж с ним путешествовал несколько лет везде. В 2006 году в Удупе мы были. И к этому времени, с 92 года, мне преданные дали мантру на колхозной еще. Шри Кришна Чайтанья Двадашани Намани Стотра. Это мантра, прославляющая 12 имен Шри Чайтанья Махапрабху, которую написал Сарвабхаума Бхаттачарья. Первое имя – это Чайтанья, жизненная сила всех живых существ. Кришна Чайтанья – тот, чье имя Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Гауранга – тот, чье тело золотистого цвета, напоминающий цвет расплавленного золота, Двиджанайках, лучший среди дважды нарожденных, Ятинам, Дандинам, Чайва, Нясинам, Ча, Широмани, Широмани, драгоценный камень среди отреченных, саньяси и носящих данду, Рактамбара, Дхарах, он одет в шафрановые тхоти и бахирвасу, прям как там, да? Рактамбара, Дхарах, Шриман, сияющий, одет в шафрановые тхоти и бахирвасу, Навадвипа Судхакарах – источник наслаждения для всех жителей Навадвипы. Према Бхакти Прадаш – тот, кто дарует, раздает всем Према Бхакти, любовь к Богу. Ча Эва, и также Шри Шачи Нандана. Он, также он сын Шримати Шачи Деви. И это 12 имен Шри Чайтанья Махапрабху, саньяси из Пури, которого видел Сарвабхаума Бхаттачарья и написал эту молитву. И там третья шлока, она описывает результат. Двадашайта нинамани. Эти 12 имен, три сандхиам. Если кто-то повторяет трижды в день, тасья ванча, все его желания будут исполнены. Сусид их сят. Бхакти шила падамбуджа. И также он обретет привязанность к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. Вот. И эту молитву мне дали в 92 году. И сказали преданные на листике, прям написали на колхозной. Это первая мантра, которую я вообще выучил, такая длинная. И сказали, вот повторяй трижды в день, и исполнишь все свои желания, и обретешь вот, преданность к лотосным стопам всеславного Господа Гауранги. Вот, но говорится, что, как я сейчас понимаю, молитвы, мантры, они, если их повторять долго и внимательно, они приводят к тому, что они приносят результат. То есть они воплощаются. Результат мантры будет то, что она осуществится. И вот описание в этой мантре описывается этот же Шри Чайтанья Махапрабху, который одет в шафрановой тхоти, бахирвасу, там, видите, он в одеждах саньяси, он саньяси и так далее, сияющий. И когда я в 2006 году был в Удупе с Гуру Махараджем, служил ему там на иглоукалывании каком-то был, или на панчакарме, на массаже. Я тогда просто спросил Гуру Махараджа, что можно мне поклоняться каким-то божествам, Горнитай, разрешение получить надо. Брамачари должен получить разрешение у духовного учителя. Я ему сказал, что просто я один путешествую, когда проповедую, мне не с кем поговорить, некого покормить, не на кого посмотреть, некому признаться в чем-то или там помолиться. Вообще один, напарников не всегда получается ездить, путешествовать. Поэтому можно мне разрешение дать? И Гуру Махарадж подумал, шел не раньше с вами, зашел в комнату к себе, выносит Гаурангу, дает мне его и говорит «worship him». Такой, знаете, приказ, поклоняйся ему. А у меня в уме Гауранитай были, потому что, ну, как-то других-то божеств, какие еще были тогда божества? Одевать их можно, омывать, всякие там украшения. И тут Гауранга у меня дает такого в руки и говорит «worship him». И я с перепугу говорю «а как его зовут?» Шри Чайтанья.
Шри Чайтанья. Его зовут. И я спросил, какой стандарт поклонения. Он говорит, никакого такого строгого стандарта поклонения нету. И он пришел, и потом до меня дошло, что пришел тот, кого описывал Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья, саньяси, лучший среди дважды рожденных, лучший среди всех отрешенных, носящих данду, одет шафрановой тхоти и бахировасу сияющий, навадвипа, судхакарах, житель, источник наслаждения, радости, а вот там, дайте, еще не все смотрели, источник радости для всех жителей Навадвипы. Я помню, ехал на лодке здесь, Навадвипу, в те годы как раз, медитировал на эту молитву. Я ее повторял трижды в день, ну или когда вот вспоминал, когда тилоки наносил, повторял, после омовения повторял, больше, чем три раза получалось. Я помню, ехал на лодке и думал о переводах его имен, и думал, вот я сейчас еду с жителями Навадвипы, потому что лодка в Навадвипу едет. И там стоят индусы. Помните, как на лодке на переправе? Полная лодка, она медленно плывет по Ганге, тишина, все стоят, держат свои велосипеды, все в штанах, без тилок. Я подумал, интересно, да оно до сих пор так или не до сих пор так? И знаете, как лодка, она такая вот, как бы изогнутая, если она встать на самый край, который приподнятый, то видишь всех сверху, там площадочка такая, там сидят обычно. И я подумал, вот если я сейчас возьму и преломлю свою гордость и страх, стеснение, и громко крикну «Гауранга», отреагируют люди, которые... для которых он, Сарвабхаума Бхаттачарья, говорит, что он источник наслаждения для всех жителей Навадвипы. И такая тишина, знаете, все так, никто ничего не ожидает. Я вдруг вскидываю руки громко. Это такой эксперимент был, мне было страшно, но я сделал. Я крикнул «Гоуранга!» И вся лодка, знаете, как будто они знали и просто ждали. Вот стоят такие люди, и вдруг неожиданно все они вздымают руки и кричат «Гоуранга!» И тут же, знаете, так опять становится. Держат свои велосипеды и смотрят так куда-то так вдаль. Я так удивился! Это работает. Проверьте, кто будет на лодках. Они до сих пор, для них Гауранга до сих пор источник наслаждения. Потому что раньше преданные ходили в Пури, их водили группами. Кто водил? Кто помнит? Организатор был Вайшнав. Как? Шивананда Сена, да. Шивананда Сена, он был грамотный в этом всем деле. Он был богатый, он организовывал телеги, рис они брали с собой. И это вот туда много недель добираться туда. И когда они приходили в Пури, они видели Махапрабху раз в год на Радхаятру, на несколько месяцев они приезжали. Они испытывали огромное наслаждение для жителей Навадвипа, он источник наслаждения. Так вот, получается, что единственное божество, которое соответствует полностью вот этой молитве, является, он пришел на эту молитву. И это также доказывает, что все это правда, все, что нам говорят, все мантры, они работают. Если мы будем маха-мантру, дорогие преданные, повторять без оскорблений, если мы разберемся со своей самбандой, если мы в очень смиренном настроении, доверяя, что нама и нами одно и то же, эко-татва, если мы будем произносить имя Господа с этим удивительным чувством, волнующим, что Господь здесь и сейчас со мной, в этом звуке, это Он, это Его тело, звуковая вибрация, тогда наше сердце очистится, мы соприкоснемся по Его милости, как мы читали, по милости духовного учителя и Кришны, Он войдет в наше сердце, тогда мы станем достойны, чтобы нас приняли в семью Кришны во Вриндаване. И в следующей жизни, по приглашению Шри Чайтаньи Махапрабху, повторяя в этой жизни святое имя без оскорблений Шуданаму, в следующей жизни мы родимся из лона вечно освобожденной гопи и будем сколько, 10 лет, 7 месяцев каждый день с Кришной встречаться, потом еще 40 лет скучать по Нему, Он нам будет мерещиться. И потом в конце той жизни, там еще то много лет будет после Курукшетры, да? 60 лет. Потом наше тело, как Бхагаватам говорит,
подобно, как Нарада Муни, когда оставлял тело, да, помните? Смерть подобна вспышке молнии, которая всегда сопутствует свет. Подобно вспышке молнии, которая всегда сопутствует свет, смерть придет к нам и заберет это тело в какой-то момент времени и осветит нам. Эта вспышка осветит нам вот этот вход в духовный мир. И нам, по милости Господа, будет даровано тело, достойное спутника Господа. Вот такой сценарий. Нужно просто повторять наму чисто. Харе Кришна. На этом мы закончим сегодняшнюю встречу. 6:00 ровно. 6:00. Спасибо, дорогие преданные, вам за терпение, за ваш интерес. Давайте предложим наши почтительные поклоны всем преданным вайшнавам, подобно деревьям желаний, которые готовы, полны сострадания ко всем падшим обусловленным душам и готовы исполнить желание каждого. Ванча калпатарубяща, крипа синубяевача, патитнам паванеби, вайшнавеби, намо намага. Шрила Прабхупад ки джай, санкиртан яги ки джай, гоур прем ананда, хари хари бол. Чем пробуки? Yeah.